Да, ну что, привет, Александр, да, сам первым писал тебе привет. Так, это сообщение было написано до начала карьеры. Да, карьера у меня вроде уже идет. Тебе тоже привет, постоянный зритель. Да, тебе тоже привет, добрый вечер, Владимир Путин. Здрасте, Мария, тоже привет. Нормально со звуком? Просто да. Брейнюбер, тебе тоже привет. Да. Просто да, понять, там музыка, как она, не перебивает, вот это самое главное. Я, конечно, постараюсь сейчас говорить громче, если что, в любом случае. Вот, такие вот дела. По поводу еще чего? Стрим Диджи, кстати, если что, он открыт. Поэтому, если что, треки можете кидать. Вот, такие дела. Я, в общем, знаешь, как делать? Чтобы мы долго не ждали, я сейчас сразу запустил поиск работы. То есть там они, если что-то мне предложат, у меня сейчас при запуске игры это все появится. Вот, как это сейчас будет выглядеть, сейчас посмотрим. Так, я сейчас когда меняю экран, так, и смотрим. Я тут что-то пытался подавать уже перед тем, как мы начали и все так далее. Сейчас я посмотрю, что все у нас показывало. В течение 10 минут буду редко писать, я историю доделаю. Понятно, понятно все. Так, Млад Болеслав, вас не приняли. Так, Калешина уволили из Балтика. Так, короче, всех увольняют, увольняют. Сейчас мне, знаешь, что интересно? У нас какое сейчас время идет? Мне интересно в ФНЛ. В итоге, какое место занял Нижний Новгород, из которого меня уволили? Где бы мне это теперь посмотреть? Наверное, надо в моем профиле это найти. История карьеры или что-то такое. Да. Какое место он по итогу занял? Один. В смысле? Их обнулили. Подождите-ка. Мне стало интересно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Жиновский, тебе тоже принос. Привет. Да. Мне интересно. Так, история. Прошлые победители. Победили Химки, Торпедо. А кто тут другое место занял по турниру таблицы? Мне вот это интересно. Прошлые победители. В 19-м... вот, наверное, вот здесь пока что. Вот. И чего? Нижний Новгород занял 6-е место. Я бы 5-е занял на самом деле. Так что да, они меня зря уволили. Так, и что у меня там пришло? Предложение от клуба Фридек Мистик. Это, по-моему, чешский клуб какой-то. Да, это Чехия, секонд дивизион. Это первый дивизион. Виктория Жишков, я даже знаю, когда был в Чехии, я знаю этот футбольный клуб, я мимо их стадиона проходил. Вот, просто, в принципе, можно сейчас сразу в чешский клуб рвануть, и все, и следующий сезон мы начинаем. Либо еще, да, соглашаться все-таки. Ну все, тогда давай-ка пообщаемся с ними. Приветствую, так, пригласили вас сегодня, чтобы определиться в наших взглядах на развитие клуба. Давайте. Как вы собираетесь справиться с тем, что не владеете языком? Ну, чешский с русским похож, ну что вы. Мне с легкостью даются иностранные языки. Нормальное решение будет перейти к ним. Ну, понимаем. Привет, Григорий. Хоть за Армении будет продолжение? Я думаю, что все. Вот то, с которым мы начали, мы закончили. Если что, наверное, новое какое-нибудь. Мы начнем уже, может быть, что-то ближе к ванильной версии. То есть, вот как вот я делал свои монтажи, что-то типа того. Современности не знаю. У нас там, видишь, все зависло. Там прям позиционная война, никакого движения. Поэтому такие вот дела. Будем, возможно, заново начинать со временем все это. У вас достаточно скромный тренерский опыт. Это немного задачивает. Я не так давно работаю менеджер, и как результат не имеет... Нет, не надо. Я считаю, что есть много гораздо более важных вещей, чем опыт. Да. Что вам задали по истории? Так, вы согласны, что не лучшим образом взаимодействовать со СМИ? Я считаю, что вы слишком серьезно относитесь к... Нет, подожди-ка, нет, так нельзя отвечать. СМИ должны быть последней забот, которым должен думать тренер, и вообще не иметь никакого отношения к делу. Сейчас мне скажешь, нет, вы нам не подходите. Мы хотим, чтобы атмосфера в раздевалке стала намного лучше, чем было при нашем предыдущем менеджере. Можете ли заверить нас, что в случае вашего назначения с этим не будет никаких проблем? Я буду абсолютно уверен. Прям даже можете не париться. Ну что, победили в хойке? Я пропустил стрим за Армения. Ну мы не проиграли, но мы просто долбились в куче провинций, и ничего нового не произошло. То есть просто странная война, как в Первой мировой, просто стояли. Вот. Мы расстались с нашим предыдущим тренером гораздо быстрее, чем кто-то мог ожидать. Можете ли дать гарантии, что мы снова не окажемся в подобной ситуации? И я тебя умоляю, так и будет. Так, так сейчас скажу. Я отношусь к тому типу тренеров, которые не хотят добиваться результатов прямо сейчас. В процессе работы были комплектования штата, мы хотели выслушать ваши требования. Так, масштабную перестройку будем делать команду, да. Так, наша долгосрочная стратегия рассчитана на несколько лет вперед. В случае приема на работу вам придется воплощать стратегию в жизнь. У вас есть какие-то идеи на этот счет? Так, текущая задача. В РЖМках, так, короче, по зарплате мне, короче, ничего хорошего не дадут. Давай Роналду в команду, да если бы такое было возможно. Я сейчас попробую из Нижнего кого-нибудь перетащить, если я не поеду в Чехию, конечно. Так, конец текущего сезона, избежать вылета. Перейти в третий раунд покупку, так, потом сохранить место. Короче, мы будем бороться за выживание в этом сезоне, мы, короче, дно команды. Нет, давай-ка изменения скажем.
А, по поводу финансов я бы что-нибудь тут. Так, я хотел бы. Так, давай турнирную задачу. В конце 24 сезона мы перейдем в первый дивизион. Все. Такие вот дела. Вебка? Так да, вебка давно уже как бы. Богдан Умонар, тебе тоже привет. Как тебе новый мод? Я не смотрел. Я думаю, со мной до середины таблицы дойдем. Посмотрим, но ты из Динамо, навряд ли ты из Динамо перейдешь в клуб второго дивизиона Чехии. В случае найма в качестве менеджера мы вам перезвоним. Я понял. А, и устроит ли вас бюджет на трансфере в размере 1 миллиона? Я думаю, что мне, в принципе, достаточно. В нижнем там было сколько? 100 тысяч? Здесь миллион в Чехии, во втором дивизионе. Офигеть. Если вы получите этот пост, мы будем готовы предоставить вам бюджет зарплат в размере 20... Вот зарплат, да, немножко маловато. Но я скажу, что нормально, мне хватит. Так, если что-нибудь хотите еще представить нам на рассмотрение? Да, в принципе, нет, все, меня все устраивает. Миллион на трансферы, так можно нормально так раскачаться-то. По скринам понравилось, я ничего не понял. Так, сообщайте, что вы проходили интервью, а я ничего не буду с вами разговаривать. Нельзя ничего рассказывать. Когда назначат, тогда и поговорим. Я писал, посмотри выше, а что? А, я думаю, со мной до середины таблицы дойдем. Ну, наверное, да. Будем надеяться, что нас назначат. Будем надеяться. Потому что здесь, в принципе, есть возможность где развернуться, в Чехии, там все дела тут и куча там из Евросоюза, каких-нибудь с Восточной Европы, там есть кого подписать, в принципе, я думаю, проблем не будет. Главное, чтобы назначили. Сделай меня помощником, а как? А, просто помощником, ассистентом тебя сделать? А мы сейчас какого-нибудь русского тренера, ассистента наймем и тебя переименуем, типа того. Так, пока еще не ясно, назначили нас или нет, но это вопрос, да, интересный. Что за игра? Это футбольный менеджер. 20-й, 21-го пока нет. Просто бесплатно раздавали его, я поэтому забрал. Так, сейчас попробуем. Там две ветки на привод к власти банк. Да, все понятно, я все понял. Так, ну что, меня походу не назначили. Кстати, там на бирже труда тренер сборной Испании, по-моему. Так, смотри, как где еще назначают? Еще спортивный директор, кстати, в нашей команде нет. Так, ФНЛ, Беларуси, Барановичи, откуда Игнат, кстати, вот его футбольный клуб. Блин, а Парофу, может быть, туда тоже подать? Прикинь, меня назначат в Барановичи. Хотя в чешский клуб мне бы намного лучше, да, мне больше нравится. Давай тоже заявку подадим на всякий случай. Ты в следующем году будешь играть то, что я скинул. А, думаю, да. Ты будешь выживать совок? Так и в смысле? Ты про мое. Так что? Планирую связаться с вами в ближайшее время. Хорошо, то есть это не точно еще. У меня Советский Союз еще одно сохранение недоигранное, я его еще буду добивать. Надеюсь, что назначат. Ну слушай, миллион на трансферы. Каких-нибудь молодых перспективных купить. С ФНЛ и нормально будет, мне кажется. Ладно, я отойду, ладно. Давай, если что, заходи. Будем надеяться, что-то они очень долго молчат. Так, предложи. О, меня еще в Барановичи хотят интервью провести. Ну, я здесь просто так, знаешь, пообщаюсь. Да, я все знаю, да, вы лучше не найдете, да, все замечательно. А, да, что? Какое задание? Сохранение в первом дивизионе? Да, меня все устраивает. Да. А, так. Сколько на зарплаты? 2000? Господи, вы что, угораете? Нет, все, я если что, откажусь. 2000 на зарплату, угораете что ли? Александр, да, тебе снова тоже привет. Ты помнишь максимально усилить Германию выживать? Я подумаю насчет этого. Я подумаю. Походу, меня не взяли, да? А, вы считаете, что руководство клуба Нижний Новгород поступило правильно, когда уволило вас? Нет. Я считал, что хорошо справлялся своими обязанностями, что клуб двигался в правильном направлении. И за это мне немного обидно. Что? Что конкретно пошло не так в вашем предыдущем месте? А, я не хочу перекладывать всю свою вину на других, но в отдельной ситуации главный тренер команды не всесилен. В конце концов, на поле выходит игрок. Нет, это валить на игроков, это неправильно, на самом деле. Тут, конечно, моя ответственность тоже есть. Так. Я не считаю, что произошло что-то невероятное. Мы не добились нужных результатов, и руководство приняло соответствующие меры. Но я верю в свои силы, надеюсь, что в новом клубе у меня пойдут дела лучше. Ладно. Удалось ли вам извлечь из этого у тебя опыт? Все, я не. Все, до свидания. Не буду я с вами разговаривать. Не хочу, у меня это прям болезненная тема. Нет. Я жду, мне назначат или нет. Сейчас как раз лето идет. Сейчас трансферная кампания начаться должна. Тут миллион
Надо потратить, а меня пока не означает. Знаешь, это Civilization хорошая игра, но знаю, я играл в нее. Возможно, когда-нибудь я в нее тоже засяду, почему бы нет. Вот. Так, что? Луис Энрике в списке отстраненных от работы, лол. Выгнали, походу. Черчесов ушел с поста менеджера сборной России? Заявка на работу. Основной состав. Уж я-то, да уж и уж... Уж я-то... Да ладно. На сборную России, да. Почему меня не приняли в тот клуб? А, они до сих пор рассматривают, ты прикинь. Главный претендент... какой-то... Людек Клюсосек. Ты кто? Чех, 53 года. Но у него репутация тоже не очень хорошая. Что за клуб? Пока еще не знаем. Мы пока еще как бы в поисках работы по-прежнему. Так, Баранович пока не ясно. Ну, короче, меня не назначат. Надо ждать. Возможно, я сейчас, да, просто поставлю... Опа! Подожди, химик Светлогорск. Рекомендован, доступна вакансия. Ты в Беларуси, что ли? Почему песня про Игната начинает играть? Это первый дивизион. Нет. Подать заявки на все вакансии и дальше будем думать. А в каком был? В клубе Нижний Новгород я был. Я скачал Addon Plus, так как много-много хорошего контента, козерах есть. Да, вот, кстати, в Addon Plus я как раз-таки играл. А ванилку у меня лагала. А Russian православянин, тебе тоже привет. Самое главное, красивый фиолетовый Византии. Ну, вот я этого я не видел, на самом деле, насчет Византии. Но я именно играл Addon Plus. Потому что... Какой-то еще говорит, Sig Edition вроде какой-то более-менее. Там много модов. А вот ванилка, она прям меня баговала. Я пытался в нее играть, это было очень больно. Даже смотреть на карту. Собеседник в клубе Бараноича не увечал успехом. Фигу. И, кстати, в Чехии меня тоже не взяли. Плохо. Остался, в принципе, еще какой клуб? Клуб Лида. А, Фирс Лягу. Это все первый дивизион Беларуси. А, клуб Слоним. Первое место. Но по какому, как бы, праву? А, подожди-ка, он идет на первом месте? Так я могу... А че, почему они тренера тогда отсюда уволили? Тогда я мог отправлять треки. Никогда. Так, как язык поменять? Вот тогда не смог. Самое главное... Да-да-да. Я пытался найти Римскую империю, как-то все плохо. Дай заявку на армянскую лигу, если она тут есть. Слушай, она, по-моему, была, но я ее не включил, то есть в список играбельных, скажем так. В этот клуб можно подать заявку. Сейчас я еще попробую, и дальше будет, наверное, возможно, в отпуск, чтобы вот это все дело пролистывалось, потому что, ну... Я думал, я быстрее найду работу. Возможно... У меня здесь получается какая лига? Белорусская, украинская, российская, чешская и, по-моему, итальянская. Все. Вот такие у меня стоят. Походу придется играть в Беларуси, в Чехии меня не берут. Тут уже реально сейчас уже трансферный рыв, все начнется с трансфера, а меня так до сих пор не назначили. Но у меня мало шансов, кстати. Химик Светлогорск. Чем, неужели идти в Химик Светлогорск? Еще, кстати, это все первый дивизион Беларуси, кстати. Сатурн. А, ассистент менеджера. Ну, я на ассистента не могу подать. Ты знаешь, где скачать Addon Plus? Просто в интернете где-то. Я просто так скачал. А, молодежка Ростова. Орша. Орша, это 9-е место. Подожди, в Беларуси же сейчас турнир как раз-таки идет. У них же там другая система. У них же весна-осень. Они как сейчас у нас делали? Арсенал Дзержинск. Угу. В Беларусь можно сейчас легко попасть. В Яндексе. Ну да, да, в Яндексе просто на самом деле. Применить ко всем. Что? Отправить, да, во все вакансии. Я буду, знаешь, как, типа, когда ищешь работу, отправляешь во все организации. Куда возьму, там разберемся. Так, принято на рассмотрение. Что? Заявление на работу в сборную Уругвая? Ну да, это амбициозно, конечно. В Австрии, в Англии, во Франции, Испании. Ну да, я сам не верю, что меня могли бы... Иди в Украину. Ну вот в Украине у них сезон не начался, видимо, у них все тренеры назначены. А в Беларуси идет, поэтому пока есть. Так, в сборную России меня не приняли. Назначили Юрана. Ну чем я хуже Юрана? Вы видели Сергея Юрана? Теперь он тренер сборной России. Хотя, нормально, может быть, он и нормальный тренер. Посмотрим. Как он выйдет в нашу сборную на Евро, или куда он там соберется ее выводить. Роланд, ой, давно тебя не было, тебе тоже привет. Давно тебя не было, но я тебя помню. Да, верните мне мой... Так, ну что, в Испанию не принято, в Бразилии не принято, все понятно. Короче, надо уходить в отпуск.
и просто ждать в автомате, чтобы меня куда-то, да, взяли. Так будет быстрее. Надеюсь, мы не будем весь стрим играть и ждать, ну, искать и свою команду. Так, что? Предложение от интервью Химик Светлогорск. Все, пойдем в Химик Светлогорск. 12 место, да? На дне. Бим важно, пойдем играть в Химик Светлогорск. Так, я хочу вас поработать. У меня есть мысли насчет, я не думаю, что... Вы можете почему в данный момент рассматривать несколько вариантов. Меня сделай. Да я еще команду даже не нашел. Скоро выйдет Что? Нарверк и Аддон 2.0. Не знаю. Так. Пожалуйста, возьмите меня. Я сейчас буду просто уже, да, от балды тут прощелкивать. Так, а что у меня задача? Какая стоит? Приобрести игроков до 23 лет. Ладно, это без проблем. Сохранение места, избежать вылета. Ну, нормально. У меня, кажется, да, меня все устраивает. Да, верхняя половина таблицы. Короче, сейчас навешаем лапши, чтобы меня взяли. Грейс, да, тебе привет. Армениан Бал, тебе тоже привет. Так. Если я получу работу... А сколько бюджет? 2000. Мощно. Ладно, скажут, что нам все устраивает, промолчим. Так. Я могу работать вообще, да, без зарплаты. Предложений нет. Пожалуйста, возьмите меня, я хочу поиграть уже. Если что, меня уволят. Аддон не будет из-за того, что создатель убежал с паблика и украл Аддон 2. Серьезно? Даже так? Так, клуб Лида. 7 место. Ну, кстати, поперспективнее выглядит. Давай-ка тоже с ними пообщаемся. Но я здесь тоже буду сейчас все наугад щелкать. Там, если повезет, то возьмут. Так, переход что? То есть у вас задача стоит в следующем сезоне выйти в плей-офф, а потом вообще в премьерку. Ну, меня устраивает это все. Будет там разработка, его показывают, да? Но я не слежу, кстати, за АОС и что там с ними происходит. Да, мы сможем выйти в плей-офф. 13 тысяч на трансфер. Конечно, меня устраивает. 3 тысячи на зарплаты. Все, берите меня. Вы такого, да, не найдете тренера, который согласен на все. Мне нужен опыт. Мне надо прокачать свою лицензию. Может быть, меня из-за этого не берут. Грейс, можешь по приколу из мобильного гейминга сыграть, скажем так, GTA Бра... Что? Барвиха? Из мобильного именно? Да можно как-нибудь будет, так надо как-то все это организовать. Попробовать-то можно всегда, конечно. Стоп, подожди-ка, тренер у Химок освободился? А почему? А, Юрана же забрали. В Италии, кстати, на серии С сюда не хочу. Смотрите-ка какой, да, еще выбирает. В Химке давай подадим, попробуем тоже заявку. А что, они в премьерку попали, на самом деле. Как бы неплохо. Они, кстати, уже первый тур сыграли. Они на последнем месте. Вот. Вот он наш шанс попасть в премьер-лигу. Команда, идущая на последнем месте. Так, предложение с клуба Орша. А Орша что? 9 место. Ладно, давай попробуем. Тоже наобум прощелкаем. Какие у вас задачи? Попасть в плей-офф. Ничего себе. Ладно. Что у нас? 25 тысяч. Ну, здесь нормально, кстати, на трансфер они выделяют. Ладно. А, что? Вы про все про Age of Civilization? Так. Заявление Химки принято к рассмотрению. Кто первый пригласит, туда и пойду. Париться не буду. Клуба Сморгонь. Честно, мне если название не нравится, я из-за этого откажусь даже. Предложение интервью от клуба Спутник. 13 место в белорусском. Ну, мне прям реально днищенские команды какие-то дают. Нет, хватит. Нет, в Спутник я не пойду. Нет. Нет, не устраивает. Такие вот дела. Сейчас посмотрим. У нас, в принципе, сейчас в городе сейчас уже трансферное окно закроется, а мы сейчас назначим нас просто руководить тем, что есть. И это будет печально. Будем надеяться, что все будет хорошо. Что лучше из идеологии для мирного развития? О, Владимир Жириновский, я думал, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Удивительно, что ты спрашиваешь. Хотя это да, это по-демократически спрашивать у народа, да. Понял тебя. По результатам соверша, собеседование клуб Лида вы не подходите. Химки не принято. Ясно. Печаль. Химик Светлогорск. А, в смысле? Как результат вашей предварительной договоренности с руководством Химик Светлогорска, я предлагаю вам сделать любые изменения в штате сотрудников. Вы вольны изменить контракт или отказаться от услуг любого сотрудника в Химик. Так. Сотрудники уже предоставили информацию о роли обязанности, которую готовы выполнять. А, окей. Так, подожди-ка.
Андрей Лебедев, ты будешь ассистент. Ну и все, в принципе, чё, в чем проблема-то? Все. Я готов работать. Химик Светлогорск. Е! Что? Экономным военным? Че, меня так не взяли? Ну, они, походу, еще. Да, они еще думают. Да ладно, меня назначили? Да, начинают переговоры. Зарплата 970. Ну, нормально, зарплата-то, кстати. Да. Так, еще раз подумаем. 13 место. То есть мы, в принципе, будем бороться за выживание. Ну, смотри, последним местом мы навряд ли займем. А сколько еще осталось туров сыграть? Здесь, по-моему, 2 круга. Ну, ладно, вижу, неважно. А, наша задача сейчас избежать вылета. Окей, я согласен. А, даже, знаешь... Так, на 1 год контракт? Давай на 1 год. А можно на полгода? Нет, на полгода они не согласятся. Хотя почему нет? Давай на полгода. Если что, предложат. Я даже зарплату готов понизить. Вот это все можно убрать. Чисто до конца сезона доработаем. Согласны? Да, согласен. А, нет, на 1 год. Ну ладно. На 1 год так на 1 год. Возможно, мне раньше будет. Грейс, я знаю, что нравится мне этот национал-социалист. Ну вот, вот. То, что нравится, то и продвигай. Но там христианская демократия, либерал. Не знаю, я бы либералов выбрал. Е, я назначен. Йо, я играю в Беларуси. Мечта сбылась. Клуб «Химик Светлогорск» подтвердил назначение. 26 лет. А предыдущий заменяет менеджера Томаса Розенаускас. Какой-то литовец, понятно. А, что? Выиграл 3 раза в 5 последних матчах. А чё уволили тренера? Да в чем проблема-то? Так, я приветствую вас в команде. Чтобы нам было проще освоить, мы подготовили у вас небольшой набор ознакомительных материалов. А, давай посмотрим. Так, стадион. Построен... Ух ты ж, ё-моё, в 1900 году построен вместимость 1500. Ладно. Белорусский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1971 году, но при этом стадион у вас 1900, ну ладно. Грейс, ну там не просто тупо выбрать, там плюсы и минусы у каждой идеологии. Ну мне сложно сказать, я в идеологиях на самом деле очень-очень... Так. Политика, все дела. Клуб проводит свои домашние матчи на стадионе «Химик», располагает тренировочную базу ниже среднего, ну и нормально. Не сойдет. Так, тренерский штаб подготовил краткий отчет в текущем составе команды. Более детальный отчет будет через несколько дней. Я буду играть прям в атакующий футбол. Вот примерно такая тактика, но там еще что-нибудь другое. Так, приобрести молодых игроков. Но меня все это устраивает. Так, организовать пресс-конференцию. Не надо. Получить отчет тренерского штаба. Да. Это, пожалуй, да. Все, наконец-то. Меня сделай. Да надо сначала разобраться, как тут чего. Так. В смысле? Тут чувак 34 года, игрок запаса. А, отпустить его по истечению контракта. Мне старики не нужны, мы будем омолаживать команду. Так, 28 лет. Ну ладно, пусть пока еще поиграет. Так, пусть этим вообще мой ассистент занимается. Вообще президент пускай занимается. Че, он зря президент, что ли? Все. Так. Тактик, разберемся, отказ от участия, так, пресс-конференции. Так, вот эту всю тактику мы сейчас примем, все вот эти решения. Так, давай посмотрим. Так, 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 сейчас мне разобраться, как это... Я, знаете, что подумал? А, так, выберите расстановку. Самое лучшее что? Это, да, это защита. А что защищает лучше всего? Правильно, тактика, каре. Нам нужно в тактику каре вставать. Блин, да мне не такую надо, не... вот. Вот это мне надо было. В одного нападающего? Нет, один нападающий это не то. Мы будем в 3 играть. И в 3 защитника. Да, это будет жестко. Сейчас посмотрим вообще, как это будет выглядеть. Как это можно вообще организовать. Как эта тактика называется? Узкая, ромб? Блин, мне кажется, нас выгонят быстро с такую тактику, когда узнают, что мы вот этим занимаемся. Так, атакующего спросим. А, и Ленин такой молодой, юный октябрь впереди. Кстати, насчет музыки есть возможность, ссылка есть в описании, в стрим диджей можете ставить сами. Вот. А, то есть что-то они у нас не тянут, да? Давай-ка мы хотя бы вот, может быть, давай все-таки в 2 нападающих, что-то мне кажется, я загнул. Это слишком жестко и слишком амбициозно я сделал. Типа не закрываем? Подожди-ка, сейчас мы разберемся, кого поставить. Типа слабовато, да, они у нас не тащат.
Так, настрой будет у нас не сбалансирован, атакующий. Я пошел дальше мод делать. Давай, давай. Что-то меня как-то они не вывозят, да? Надо вообще посмотреть по составу. Надо будет потом, может быть, кого-то... А, уже конец... А, август. Наверное, еще можно кого-то будет команду докупить. Нет, наверное, все-таки придется играть, да. По той тактике, которую мы ставили. Не, давай в 4-4-2, что ли, типа такого что-то попробуем. А куда вот он так вперед выдвинулся? Центральный полузащитник, будешь у нас в обороне стоять. Не, он все равно не справляется. О, а как в нижнем-то было проще. Вот. А это что означает? Что у тебя за крайний полузащитник, атака. Ну все правильно. Что это означает? Выбранных или так? Шевчук достаточно плохо играет в паре, так как они не наладили хорошего взаимопонимания. Ничего. Трудотерапия все исправит. Всегда это работало. Вместе, в коллективе. Если не сработает, придется кого-то выгнать. Всегда так делал. Так, так, так. Ассистент, он у нас предлагает оборонительную тактику, да? Вот этот чувак вообще не выводит. Так, давай посмотрим по составу вообще. Одни белорусы, да? Угу. Ясненько. Так, теперь мне надо молодежку понять. Где мне посмотреть? Так, клуб, клуб. Партнерство есть? С кем? Ни с кем. Нам надо, да, главный клуб взять, чтобы мы дополнительный источник дохода, во-первых. Да, они, кстати, согласились. Так, по тренировкам. Так, где это все взять? Так, а что у меня тут? Надо все, надо разбираться сейчас. Обзор, так. Е, Беларусь топ. Ну да, посмотрим. Посмотрим, сможем ли с ними справиться. С этой командой. Так, группы, наставничество, расписание. Нет, наставничество ничего не нужно. Партнерский клуб начали искать. По составу. Пойдем, короче, я в свою команду сейчас в Нижний Новгород зайду. А так, что мне с трансферами? Я так понимаю, денег нет. Ух ты. Я типа по зарплатам уже в минус иду, да? Походу, я сейчас зарплаты все вложусь. Попробую сейчас взять в аренду кого-то из команд. Так, а еще мне надо, да, начать тренерский курс. А, получение национальной лицензии Б. Попросим сейчас, чтобы, да. Мы согласны, что более квалифицированный тренер принесут больше. Вот, отлично. Хотя бы на халяву обучат. Так всегда. Репутация вообще ноль. Хреновенько у меня. А, у меня сейчас С. Ну вот мне надо нормально прокачаться. Так, зайдем в Нижний Новгород. Сейчас посмотрим. А, если тут кто-то, кто доступен для аренды. Ох ты, сколько здесь игроков. Так, Эмина, кстати, можно вытащить будет, если он пойдет, конечно. Так, трансфер сделать, предложение. Ох ты, нифига себе, как-то он вкачался у нас. 115 тысяч. Блин, а аренду нельзя? Не хотят отпускать в аренду. Ну, потому что он в прошлом сезоне, смотри, сколько отыграл. 25 матчей, практически весь сезон. А что сделать? DJ Stream от трека отправил? А, ну, если он должен... если он все нормально работает, то он должен сейчас меня был заиграть, по идее. Но, возможно, проблема в том, что там, допустим, он слишком длиннее 6 минут, что-то типа того. Либо, может быть, по тегам каким-нибудь не прошел. Он должен, по идее, сразу заиграть, вот в этом весь прикол. Так, так, так. А вот эти корейцы, которых я вообще купил, они хоть сыграли? Смотри, корейцы даже голевых пасов дал. Его пригласить. Да. Да, подожди-ка, надо своих найти. Алексей Навальный, вон есть. О, 27 лет, но он, скорее всего, не пойдет. Кстати, очень мало матчей сыграл. А, хотя нет, 31 нормально он сыграл. Трансферный статус. Не установлен. Игрок старта. Короче, скорее всего, не... Сейчас еще одну. Навальный, да, Навальный есть. Так, а где все еще? Все остальные в аренду ушли, которые были наши-то. Кстати, надо еще в молодежке посмотреть, возможно, там есть наши люди. Лимон Ананасов здесь есть. Кстати, он сыграл вообще у нас тогда за Нижний. Ни одного матча не сыграл. Так, давай-ка сейчас сделаем отчет от скаута. Посмотрим, может быть, для нашей команды подойдет. Так, и посмотрим еще в юниорах. Может быть, кто-то есть из наших знакомых. Нет никого. Так, давай-ка сейчас я еще... Знаете, кого надо найти? Да, правильно, Марата. Как он там у нас? Марат Бананов, центральный подающий Рубин, 20 лет. 9 матчей за Нижний Новгород. Ну, понятно, понятно. Что с трансфером? Доступен для аренды?
Я понял намек. А мы что, не можем себе позволить, что ли? А в чем прикол? А почему нельзя? Короче, мы не можем себе позволить, судя по всему. Мы хотим, чтобы он играл более сильными игроками. Понятно, будем играть то, что есть. Судя по всему. Так, это что? Подборки? Нет, откажемся. Что-то музыка перестала играть. А, кстати, знаешь, она что может не играть? Возможно, трек. Да, видео недоступно. Концерт в Олимпийском от группы Кино. Ты это хотел кидать. Ну вот здесь то, что правообладатель это все дело блокирует. В этом есть прикол. Тут да, можешь, если что, так я буду футбол. Что? Так-то я тоже буду футбол чуваком. Игорь, тебе тоже привет. Я опять кинул 3 минуты, идет песня. Ну вот, короче, прикол то, что YouTube некоторые блокируют здесь в этой программе. Тут такой прикол. Так, кого назначить капитаном? Пока ставлю все как есть. Сейчас будем закупать потом игроков каких-нибудь на свободном трансфере, кого-то искать. Все равно селекция должна у нас будет работать нормально. Так, плюсом еще по персоналу, я думаю, нам надо, да, тренерский штаб. Нам надо объявить вакансию. Так, кто у нас есть? У нас нет руководителя по работе с молодежью. И тренеров не хватает. У нас есть только обычный тренер. Нам нужен тренер вратарей. Так, тренер по физподготовке и тренер вратарей. Но мы будем набирать российский штаб. Так, давай-ка еще ассистента, кстати, сразу объявим. А, ассистент надо уволить сначала. Ой, нет, себя-то я не уволю. Нет. Ассистента другого возьмем. А, извините. Да, мы разорвем с вами контракт. Назначим другого. Авторские права, а тогда сейчас. Ну вот странно, вот такой есть прикол. Так, объявлена вакансия. Лебедев согласен разорвать контракт. Хорошо. До свидания. Было приятно пообщаться. Так, ассистент, наймем нового. Так, в селекционной службе не будем, а вот физиотерапевта, вот эти врачи, надо всех нанять. Научный работник нужен. Не знаю зачем, но пусть будет нужен. Чем он занимается, не знаю. Ну и физиотерапевт одного. Пока достаточно. Как раз Battlefield 1 играю. Понял, понял. Слушай, я тоже играл в него. Тут как на стриме. Может быть, как-нибудь что-то еще запущусь. А, у нас как раз следующий матч. Через 6 дней с Арсенал Дзержинск. Ладно. Так, у нас нет ассистента. Надеюсь, мы сейчас наймем кого-нибудь. А можно, в принципе, кстати, перетащить из нашей старой команды кого-нибудь. Попробовать. Типа того. Вот, видишь, закинул, сейчас будет играть. Так. Давай из нижнего кого-нибудь пригласим. Я хочу сам играть в него. Battlefield, понял тебя. Я только пас. Подожди-ка, немножко не догнал. Чем сейчас? Меня сделал. Да я видел. Как тебя подписывать? Так, регистрация, тактика. Где персонал? Вот. Я из молодежки сейчас посмотрю. Так, Олег Сидоренков какой-то есть. 44 года. Не то. Контракт. Тренерские характеристики. Вот как у... Вот, у этого, кстати, физподготовка хорошая. Вот если бы его позвать... Нет, он не пойдет, я понял. Так. Это молодежка. Давай к сеньорке еще посмотрим. Тренер вратарей, ассистент-менеджер. Тимур Макаров какой-то, 34 года. Футболистом меня сделать можешь. Да, можно. Сейчас надо будет... Только ты белорусом, наверное, будешь. Скорее всего, каким-нибудь. Потому что у меня сейчас других игроков нету. Либо сейчас из молодежки, либо сколько возраст примерно, чтобы по возрасту хотя бы подобрать позицию, скажи. Песня играет? Да, я слышу, что она играет. Но, конечно, тихо, на самом деле. Сергей Шамов. Они не идут в мою команду, вот в чем дело. У меня слишком типа клуб дно. А, тебя белорусом? Я песню слышу прям тихо сейчас. Ну вот она тихо играет сама по себе, видимо. Сейчас разберемся. Да, кстати, с первым местом играем. Арсенал Дзержинск. Может быть, нам не стоит в атаку-то идти. Лимон ананасов, белорус. Так, кодекс поведения. Да, давай-ка. Пропуск тренировки. Ну, в принципе, все оставим. Только за самоволку будем прям жестко лишать зарплат. Прям по-жесткому. Все, достаточно. Самоволку, да, осуждаю. Да, стадион Арсенал Дзержинск. Обзор набора молодых игроков. Да, мы разберемся.
Так, что приятный прогресс, хорошо. Так, мне надо, знаешь, что делать? Из молодежки. А, подожди-ка, а как мне в молодежку попасть? Все время вот с этим путаюсь. Так, с атмосферы раздевалки средняя, сыгранность хорошая, доверие высокое. Это самое главное. Это самое главное, кстати. Так, медицинский центр. Сейчас мне надо вот найти где-то молодежку. Вот. Светлогорск, дубль. Дублеры, да, да. Посмотрим, что у меня вообще, кто у меня вообще в дублерах есть. Так, что по возрасту? Инкредибокс, а что это? Я украинец, где-то из юного набора, полузащитник. Ну вот, смотри, полузащитник. Полузащитник правый, такой же полузащитник центр, подача центральная. Может, тебя, в принципе, вот на эту позицию взять. Потому что у нас здесь, скорее всего, будет. Хотя, подожди-ка, может, нет, прям полузащитник взять. Полузащитник центральный. Ну, здесь, нет, ты слабоват будешь. Давай полузащитник, вот, вот тебя вот так сделаем. Так, я тебе так и подпишу, ты Александр. Это кино эти играет, да? У нас-то, кстати, подписчики заиграли. Я так тоже делал. Меня в атаку. Можно мне в АП. А что такое АП? Про что, не понял? Так. Амельченко. Все есть. Я сейчас перевожу тебя в основной состав. Надеюсь, заиграешь. А, в атаку. Лимон, ананас, в атаку. Вот ты будешь вместо вот этого Максима. Так, отправить на лидерский тренинг. Нет, не надо. Так, еще один есть. Это где делаешь музыку, за один стрим можно пройти. А-а-а. Понял, понял. Может быть, когда-нибудь. Тоже тихо. Да нет, я вроде слышу, уже погромче играет. Может, мне надо просто потише говорить. Сейчас посмотрим по тактике, что мне сейчас предложат. Может быть, я сразу сейчас в основу отправят. Но в любом случае, мы здесь что будем? Так, полузащитнику надо тебя центральный на поддержку поставить. Вот. Тоже на поддержку. Вот типа они вот эти не могут сыграться. Но это все нормально, это мы разберемся. Сейчас матч сыграется. Может, погромче сделать как-нибудь. Я вернулся. Да, тебя тоже с возвращением. Мы клуб тут, кстати, нашли. Вот. Так, отчет. Представить себя команде. Давайте. Скажем уверенно. Я знаю, что многие из вас не слышали обо мне, поэтому я решил представить перед вами лично в качестве нового тренера команды «Химик» Светлогорск. Все рады, один только недоволен. Я хотел бы видеть более опытного менеджера, но в любом случае вы заслужите шанса проявить себя. Андрей Паско, я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Ты где у нас играешь? Такой же полузащитник правый. 17 лет. Я понял тебя. Я тебя понял. Мне кажется, нам надо тебя дать немножко поиграть за резерв. Пожалуйста, тише сделай, сделай меня. Да, наверное, будет. Это кино Цо. Я понял, я понял. Меня атакующий полузащитник, если можно. Слушай, а это не ты сейчас был, который мне тут вам сомневался во мне? Ладно, я угораю. Сейчас сделаем. Тоже из молодых будем делать. Возможно, да, кто-то сейчас там заиграет. Сейчас будем молодежку продвигать. Так сделаем. Нет, не я. Да я понял, ладно, я угораю на самом деле. Так, из молодых давай посмотрим. Дублеры, состав. Кого ты хотел? А, Андрей Паско, банан перевину. Нет, банан будет банан. Он будет играть в своем рубине. И он испортит всю свою карьеру. Так, так, так. Что ты там писал? Атакующий полузащитник? Так, вот, атакующий полузащитник Андрей. Подожди-ка, так это вот ты и был. Ладно, давайте я вместо тебя сделаю, но... А как мне тебя подписать? Прям так и подписать, ЕДО777. Как у тебя ник в Ютубе? А, Кочинян. Ака. Все понял. Стоит того, чтобы ждать. Так, и тебя сейчас в основной состав опять вернем. Так, так, так.
и сделать тебя. Нам надо того, кстати, Путина сейчас это, тогда ему скинуть, чтобы все, у нас больше его не будет. Или будет несколько, давай их будет несколько играть, чтобы мы потом не путались. Так, что у нас в основном составе по позициям? Нападение у нас играет... А, Лимона на нас уже есть, понятно. Есть нападающие 30-летние и 27-летние. Надо из молодежки брать, я понял. Так, есть еще нападающий. Алексей какой-то есть, 22 года. Вот ты и будешь. Алексей Пугач. Так, 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 дать прозвище. Владимир Путин 2 напишем. Так, все, состав набирается. Но здесь, походу, вам придется, да. Придется вам долго, да. Сделал меня помощником тренера, а я тебя игроком не сделал. А Марата нет. А помощник тренера, смотри, я сейчас что делаю? Я сейчас ассистента старого уволил, я сейчас с российским гражданством найму. И тебя поставлю. Я просто еще игрока сделал. Или игрока, может быть, отменить. Сейчас подумаю. Да, скоро матч, а мы не готовы. Не надо мне селекционной службы, я сам разберусь, как с ними работать. Так, игрок в ужасной форме. Кто? Артем Голяк, Александр Белянский. Осуждаю их за это, конечно. А можно меня, тебя на какую позицию? Сделаю команду из Путиных. Да у нас уже, я говорю, скоро только будет Путиных бегать по футбольному менеджеру, что мы будем уже путаться. Это что, ПФЛ? Нет, это Беларусь, первый дивизион. Меня только туда взяли. Клуб, который занимает 13 место из 16, по-моему. У нас на самом деле все очень весело. И перспектива, контракт на год. Я не рискнул больше просить. Я вообще на полгода хотел. Это уровень, да, это уровень, согласен. Вот клуб Белшины я тоже просился, но меня не взяли. Может быть и к лучшему, для них же, самих. Мы сейчас команды, которые лидер. Беларусь топ, ну посмотрим. Давай на ворота Егор Радзаевский, ладно. Так, а что у меня по вратарям, может быть, есть? Вот, и, кстати, молодой. Но он на замене. Но мы будем тебе давать шанс поиграть. Егор Радзаевский. Все, команда потихоньку набирается, я гляжу. Так, что? Александра, вот. Получит пользу от большого количества игрового времени. Так, вот заиграть за дубль, дать. Лимон ананасов. Все. Так, совет по выбору команды, это мы разберемся. Грейс на пороге своей первой игры. Миссия невыполнима. На нашу победу коэффициент 8. Нам, короче, лучше стоять в защите, я понял. Давайте, да, попробуем все-таки как-то будем играть аккуратно. Вот по такой тактике будем играть. Так, по выбору состава пока спросим ассистента. Нет, давай, который за... Ну ладно, атакующий, атакующий. Так, что у нас из наших... На замене там кто-то есть, да? А, ну мы тут поставим. Так, Александр. Так, тебя тоже. Егора взяли. Всех вроде вытащили. А, вот Лимон еще не взяли. Все, состав готов. У нас трены будут давать только в конце февраля. Что? А, теперь будут делать. Играя в три защитника. Ну, я, слушай, с лидером я лучше сыграю пока в 5. Ну, там, или во сколько там я взял. А потом будем играть, да, в атакующий футбол. Я хотел как Барселона, у них старая тактика по такой сыграть, типа узко. Что? Состав на игру? Нормально все. Так, сделать доступным? Нет. Так, давай-ка установим. 20 минут матча, можете заигрывать, пожалуйста. Так, кто это? Согласовал? А, это все, это в дублеры, понятно. Научный работник, хорошо. Играя в три защитника, как Тедди. А что за Тедди, я немножко не знаю. 7 на 2 тактика, ну такое себе. Одно лишь слово «верь», может сердце, а может стук в дверь, да-да-да. Марат, да, Марат неисправим, на самом деле, он творит дичь. Так, все, у нас, да, ух ты, мы все матчи последние проиграли. Так, давай тактику поставлю, я не буду атакующим. Давай-ка мы сейчас оборонительную возьмем. И посмотрим. Так, вряд ли смогут, да, смогут доиграть, господи. Так, Александр, тебе номер. У нас атакующий полузащитник. Какой номер тебе может дать? Ну, в принципе, можно 11 даже дать, блатной, на самом деле. Будешь под блатным номером играть. Марат, если Грейс проиграет, я тебе мундам. Все, понятно. А, Тедди, это ТДСК. Все, теперь понял. Да, мы играем в тактику...
ну с опорником, 4 защитника, ну такая у нас. Раздевалка. Так, общение с командой, скажу вам уверенно, что они не проигрывают в последних 6 играх, но я уверен, что мы прервем эту серию. Я сам не верю в это, конечно. Будем смотреть сейчас, что будет происходить. Тактика Черчесова. Черчесова, кстати, сборной России уволили. Я пытался, но назначили Юрана. Я хотел номер 10, он был занят. В этом весь прикол. Слушай, нам, короче, если мы вытащим ничью, это будет успех, на самом деле, я думаю. Будем на это надеяться. Так, первая желтая карточка в сезоне. Ну, все бывает первый раз. Тактика Черчесова, да. 19 минут играли, между прочим. А, это ничья нас выводит на 12 место. Вот так и будем играть. От обороны. Даже сверху обороны пока поставлю. Потом попробую немножко в атаку рвануть. Может, что-то получится. А его поменять нельзя. Ну, в межсезонье только. Ну, вот и первый гол. В принципе, можно уже в атакующий идти. Уже нечего терять. А почему у тебя Эмери на заставке «Стремайся, хочешь он 3 раза подряд Лигу Европы занять»? Ну, я типа тренеришка, все дела. У меня такой типа прикол. Я его еще помню по тем временам, когда он тренировал «Спартак». Мне почему-то первый пришло на ум вот именно он. Стойте. Ну-ка. Ну, почти. Давайте, пацаны, вы сможете забить. Мы же в белом, да? Вот и все. Химик Светлогорск забивает. Марат этот Дзюба тогда. Да. Это потому, что я в запасе. Я вас выпущу, кстати, во втором тайме. У меня там по-любому игроки уже сдохли. Так, давай-ка скажем страстно, что... Я в восторге от вашей игры, на самом деле. Вы могете. Так, по состоянию что? Так, Лимон Ананасов, Александр. Выходишь. Так, Лимон Ананасов, это твой шанс выйти в нападение. Так, а, ты, слушай, ты с травмой. Тогда тебя пока не стоит выпускать. Ну, походу, в следующем матче. Верни Марата ради Рофла. Ну, не знаю, он, короче, бы хотел... Он, кстати, был доступен для аренды в Рубине. Я сделал запрос, они сказали, что Марат Бананов не будет играть с такими слабыми игроками. Вот так вот. Слушай, 1-1, это нормальный так-то счет. Мы даже на 11 место выходим. Нам даже, по сути, зацепиться за ничью, это будет успехом. Сейчас мы пропустим, и уже будет... Нет, нормально все. Марат — это легенда. Ну да, теперь да. Игнат пропал, теперь Марат — новая легенда канала. Это уже нужно принять. Но если как мы хотели, типа, сделать Человек Года, типа, сделать номинацию, но здесь, конечно, мне кажется, в любом случае надо дать должное Игнату. Марат ушел в Рубин ради трофеев, наверное. Надо дать должное Игнату. Игнат, да, все-таки он Человек Года заслужил. Марат-то уже ведь позже появился, поэтому он уже не то. Слушай, а может быть нам в оборону сесть? Сейчас вот проиграем ведь такой матч. Так, мне еще одну замену можно сделать. Давай-ка я лучше в осторожно перейду и поменяю. Вратаря не рискну. А, вот Егора надо выпустить. А, ты в воротах. Ну, слушай, это твой шанс. Если мы сейчас выиграем при тебе, значит, ты будешь стоять в каждом матче. Меня давай. А я ж тебя... Подожди. А, вот, я тебя и выпустил. Я меняю вратаря при счете 1-1. Причем это наш счет устраивал. Если мы еще выиграем, ты будешь стоять постоянно теперь. Независимо от результата. Значит, ты просто фартовый. Слышали про Дом 2? Да, конечно. 2020 год, типа, не щадит никого. Два удара в створ. Так, так, держите, пацаны. Блин! А, он не попал, нормально все. Слушай, нормально. 1-1 с лидером в дебюте. Это успех, на самом деле. Это хорошо. Скажу вам уверенно, что я горжусь вами. На самом деле, это достойно. Это для нас как победа. Когда будет кризис в Кремле, не знаю. Когда-нибудь. 12 место. А какое место вообще команда занимала по сезону? То есть выше 11 мы не подымались, да? Были на последнем, между прочим. А, вот сколько матчей. 30? Ну, как в премьерке, я понял. Так, нам надо будет еще ассистента взять. Хорошо, что у меня нет Человек Года. Но ты в другом месте победишь Человек Года. Я думаю, что тут Игнат, конечно, заслужен. Человек Года.
потому что он, да, он стал звездой на канале. И так, да, нас покинул, теперь мы его больше не видим и не увидим, наверное. Минус у нас модер. Так, а с кем следующий матч? А, Днепр-Могилев. Какое место он занимает? 14, это надо обыгрывать. Так, хорошо, хорошо. Я вообще играл, да, я тебя выпустил на воротах по конце. Так, лимон ананасов предлагают, а что? А, завершил просмотр. А подожди-ка, а что? А, это и который в нижнем. Я делал отчет. Короче, пишут, что это слабейший игрок. Что, а, он заинтересован в аренду. Нет, ты нам не нужен, до свидания. Нет. Не нужен ты нам, до свидания. Есть какая-то еще номинация? Надо придумать. На самом деле есть много вариантов. Ну там типа, знаешь, лучший донатер по-любому будет. Типа того. Ну отдельно скажу на это за это спасибо. Смотри, в каком месте команда Неман. Неман Гродно? Ну я так понимаю, он не в первом дивизионе играет. А где-то вот... А, да, 12 место. Я вообще пытался еще попасть... Вот в Белшину подавал, еще подавал куда-то еще. А, я подавал еще на клуб Слоним или Слоним. Но меня не взяли почему-то. Тебе надо возглавить нормальный клуб. Но это надо за него сразу сесть и нормально, ну, свою карьеру вкачать. Тогда да, будет проще. Туп, типа Милана, но это невозможно. Так, по итогу ставившегося заседания совет директоров принял решение, что руководство в принципе не против еще одного фарм-клуба, но никто не согласился. Понятно. Топ-клуб. Так, а как у вас были последние встречи у клуба? Так, победили команду Узда, Осипович, НФК, потом проиграли Нафтану, Ислычи, Спутнику. Вот мы сейчас ничью сыграли. Нормально, следующий матч с Барановичем, это будет принципиальный матч для нас. А, Слоним, все, понял, понял. Так, это что, куча травм. Разберемся с этими травмами. Я жду, когда мне ассистент, ну, вакансии появится, чтобы я мог нанять себе нормального какого-нибудь. Давай дальше хочу свои силы попробовать. Да, и скорее всего, да, ты будешь выходить теперь. Так, что? Денис Лебедев на... О, тебе, кстати, еще и повезло. У нас вратарь надорвал, порвал паховые мышцы. Все, у нас теперь ты у нас на ближайшие 5-6 недель основной вратарь. Тебе повезло. У меня с плечом проблемы. А, в смысле, здесь в игре-то? Да, возможно. То чувство, когда знаешь все команды. Понятно, понятно. Подожди-ка, это банану-лимонный король. А ты не Игнат, может быть... То, что да, ты очень знаешь много про белорусские клубы. Так, надо посмотреть по составу. Там у нас выздоровел. А, и так. Да, Кочинян-то у нас выздоровел. В данный момент завершит курс обследования. Продолжительно выбыл на 4 недели. То есть пока еще нет, да? Ну ладно. Я? Ну фиг знает. Просто Игнат пропал. Я думаю, может быть, он сидит с другой страницы. Он же говорил, что он аккаунт потерял. Ну я, ладно, это у меня шиза, возможно, это свои загоны. Не обращай внимания. Я лимон. Все, я тебя понял. Круто. Желаем, чтобы в ближайшее время не пришел. Хорошо, молодец. Поддержал своего партнера. Молодец. Так, с Днепром следующий матч. Вот это будет весело. Я отходил просто. Что про меня пишут? А, ты выходил у нас? Все нормально. Пока что на заменах, но я думаю, со временем у вас в основу заиграем. Надо постепенно будет все это дело накатывать. Так, ой, да ладно, не принято в клуб. Да я уже не пытался, я уже в другом месте работаю. Я предлагаю выбрать следующий состав на матч. Разберемся. Мы фавориты, кстати, 1.5 коэффициент. Хорошо, меня это устраивает. Главное не проиграть. Это самое главное. Так, что тут какие-то... Так, на обучительную другую позицию. Так, у нас балансированный. Да, все принять. Погнали дальше. Это вам не за Нижний Новгород. Да, я такой, да-да-да. Вот, физиотерапевт. Ну, все, кстати, с Беларуси у нас идут. Ну, я найму тебя. В смысле зарплаты? Нет, 160, чувак. И на 2 года. Где такие в Беларуси зарплаты видишь? Нет, давай, все. Все, остановить поиск, здесь разобрались. А, доступно для первой команды, но я же поставил по 20 минут. Ну давай по 45, пусть они тоже наигрываются немножко. Или вот здесь я ставил. Здесь 20 минут.
Меня раньше на районе Яшина называли. А-а-а, ты на воротах играл. Я тоже в свое время, кстати, на воротах играл. Хотя у меня рост вроде, ну, не слишком большой, но мне почему-то как-то, знаешь, как-то встал и играл. Эх, поскорее бы Новый год. Ну да, я в какой-то степени тоже жду выходных. Немножко отдохнул с 27-го. Нет, смотри, 27-го, какие планы? Я проведу, то есть, стрим по розыгрышу ключей. Итоги года. И еще после этого я проведу все-таки стрим какой-нибудь игровой. А вот уже 28-го, наверное, с 28-го по число 4 я, типа, ну, на выходные свалю. Я, конечно, буду там, грейс, шапку новогоднюю покупай. Да это не проблема, кстати. Можно будет. У меня даже обычной шапки нет, прошу заметить. Вот, числа с 4 января, думаю, уже будем возвращаться, и все уже в нормальный ритм. В Беларуси, кстати, самый маленький средний зарплат в постсоветских странах, да? Вот так вот. Это плохо, на самом деле, все. Так. Кстати, а здесь надо уже тактику в два нападающих делать. Че я парюсь-то? Так, подождите-ка, как мне в тактику видите? Вот. Все, можно без опорника, можно в два нападающих играть. А, так, сейчас будем менять. Так, Егор уже выпустили. Грейс, ты падал, когда играл на воротах? Конечно. Конечно, падал, а что? Я там так падал, что там потом сдирал себе все. Так, ты пока у нас еще не готов. Амельченко. Так, Александр, тебя давай-ка я вытащу. Так, так, сюда закинем. Как-то неудобно, вот этот интерфейс мелковато. Может, как-то можно настроить. Лимон ананас, Владимир Путин. Владимир Путин у нас в итоге, да, у нас на замене. Так, лимон ананасово. Так, в принципе, лимон ананасово можно попробовать. Нет, лучше пока у нас на замене. А на меня шапка не налазит, у меня волосы как в Цой. Да, я помню, ты рассказывал. Ты играл, ты играл на асфальте? Нет. Ну, жесткое покрытие было. Сделал игрока, назови в честь моего кота Пушок Сибирский. Ну, мы так сделаем после матча, что-нибудь типа такого. И в спортзале. На доске там все дела. Кстати, если можно номер менять, дай мне номер 7. Пока что нельзя, к сожалению. А почему я лимону закинул в основной состав? Вы что, угораете? Не, подожди, сейчас я все заново тут переделаю. Зачем его? Вы что? Вот. А-а-а, все, понял. Я не того, не туда его поменял. Ладно, Путин выйдет сюда. Уже в атаку. Вот немножко, да, я пока не привык вот это все менять. Лебедев. Так, ты пока у нас еще после травмы. Так, лимон, ананас. Все, погнали. Мне, кстати, дали 15 номер. Ты вроде говорил, да, а мне номер 39 в Блицкрик. Я тебя понял. А, кто-то там не готов, ничего страшного. И верим в победу, верим в команду. Е, круто. Так, мы в два нападающих. Они, да, кстати, оборонительную тактику взяли. Да, песня в тему, на самом деле. Песня для... посвящается Марату Банану. Ответим страстно, мы должны легко выиграть. Блин, зря я, конечно, так сказал. Так, какая у нас тактика сейчас стоит на игру? Сейчас посмотрим. Вообще, трибуны пустые. А, сбалансированный. Я предлагаю в наступательный перейти. Так, мы играем в белой форме опять, да? Интересно. У, кайф, да. Есть тактика Блицкрик, возможно. В смысле, нам пенальти бьют? К сожалению, нет. Мы не смогли, да. Моя любимая песня. Да, она песня любимая. Это песня года, кстати. На нашем канале. Вот и снова номинация, да. Спускаемся на 14 место. У меня чувак с травмой играет. Что, теперь мы пенальти бьем? А кто бьет? Ладно. Обменялись пенальти. Так, да, чувак выдохся у нас. Роман Дурко. А кто вместо тебя? Никого выпустить нельзя. Это чувак, которого некем заменить. Это жестко. Даже из полевых никто не может заменить тебя. О, ну тогда играй с травмой, к сожалению, да. Есть тактика Барбаросса, надо поставить ее на будильник. Да. Интересное предложение, я тоже подумаю насчет этого. Нет, должны его затащить, наверное. Ой, вратарь вытащил просто. Мы на 11 месте, кстати, сейчас уже.
Но нам надо повыше подняться, чтобы, ну, не слететь. Тут, кстати, вон Осипович нас уже скоро догонит. Догонит, судя по всему. О, Путин с мячом. Пас. Во вратаря. Угловой. А, у меня не все сообщения открываются. Прошу прощения, я только сейчас заметил. У меня туда чат не весь отображается. Ну, в принципе, ничего нового не появилось. Да ё-моё, ну что это такое? Ладно, хоть отменили. В смысле, баранов? Я думал, бананы. Это мой сын играет. Ну ладно, назовем так. Так, у меня два игрока на карточке висят. Их бы, по идее, поменять на всякий случай, чтобы не рисковать. Баранович проигрывает лиде. Ее, круто. Не мечом, а мячом. Я понял. Муньте его. Банан портит атмосферу. Давай-ка поменяем. А, реально некого поменять? Ну вот. А, Александра можно выпустить. Вот, Александр, выходишь на поле. Лимон до нас пока сидит. Первая замена есть матч. Причем в первом тайме. Осуждаю поправки. 1-1. По ударам мы ровно, но мы, кстати, больше наносим ударов. Надо их немножко взбодрить. А, скажу страстно, что давайте оправдаем ожидания наших болельщиков. Типа, ну, ваши ожидания, ваши проблемы. Все дела, как говорил классик. Так, мы играем при этом наступательный. Нам надо больше наступлений, да. Выходим в атакующий. Мы потом перейдем вообще, будем играть в супер атакующий футбол. Нам только надо будет нападающих, да, немножко поднатаскать. И все будет хорошо. Ждем следующего момента. Хорошо, как скажете. Вот сейчас хотя бы не лагает, помните, как раньше было. Ну, я, конечно, немножко видеокарту подразогнал, может быть, из-за этого еще. Я помню, как я возглавил Лиганес Испания, там вратарь сыграл игру за выпустил 4 мяча. Это жестко. В смысле, вы не будете забивать? Путин получил желтую карточку. Я предлагаю в нападении сделать замену. Так, у меня где-то есть тут чувак. Давай-ка, давай нападающих. А, вот кто-то нервничает, погляди-ка. Ну, я понимаю, почему он нервничает. Потому что заменить некий. Это плохо. А еще одну замену сделаю пока. Да, было бы неплохо. 69-я минута. Нам бы один гол забить, можно было бы в оборону сидеть. Я как Ларсен играл за Барселону, но мой сын играет за Спартак. Я понимаю, о ком ты. Я еще помню, когда раньше играл в PS5, и там Ларсен еще сам, ну, тот самый, он еще играл за Швецию. Так, у нас чувак получил травму, ушиб голени. Ну, а я что сделал? У нас все с травмами. Ну, выпустим кого-нибудь, вон, Лимон Ананасов. Пусть играет не по позиции, ну, а что поделаешь. И идем в сверхатакующий. Нам нужно побеждать в этом матче. Ничья, нас на 11 месте мы остаемся. И 10 туров остается. А кто знает, может, мы замахнулись на плей-офф. А Лимона, так я тебя выпустил. Давайте, пацаны, контратака. Хороший был бы выход, но вас накрыли. Мне кажется, проблема в том, что защитники вот крайне с фланговыми полузащитниками плохо взаимодействуют. Может быть, в этом проблема. Какая опасная атака была. На игрока. Ну так себе. Мы хотя бы, да, мы не проиграли, но и не выиграли. Цитаты, да. 10-9 по ударам, 4-3. Владение у нас маленькое. Плохо. Я Марата на трене за Нижний Новгород сломал пах, и теперь он не может иметь детей. Да. Так, давай-ка вам скажу, просто не наш день. Я буду, да, с ними спокойно. Если был бы Марат Бананов, все бы, всех собак бы на него повесил. Так, ну что, после двух туров, ну вообще, как я назвал команду, прошу заметить, мы поднялись на два места. Прошу заметить. Роман Дурко травмирован на 1-2 дня. Что случилось? Ушиб голени. Бедняга. Так, знаешь, надо по тренировкам там еще посмотреть. Как-то там поднастроить. Я уже не помню, как это делается. Наставочный индивидуальный отдых тренеры. Вот, тренерские задания. Вот. В смысле? Я всем буду заниматься в нашей команде? А у меня тренеров не хватает, ты прикинь? Я вообще за все отвечаю, судя по всему, в команде теперь. Загрузка тренера тяжелая, согласен. Я всем руковожу. Мне нужен персонал.
Но при этом, смотри, по турниру мы как бы нормально, то есть мы превосходим многие команды. Ты, господи. Так, объявим вакансию, ассистент уже есть. Так, давай-ка еще одного тренера объявим. А где-то ведь можно просто посмотреть. Вот и все, отсюда позвать. Вот какой-то Иван Нагибин есть. 34 года, россиянин. Пригласить он не пойдет. Не согласен. Пах, это не писюн, это чуть выше этого места. Ты помнишь про пушку сибирского? А, что-то нет уже, что-то забыл, если честно. Уже запамятовал. Я задел то самое место. Понятно, понятно. Следующий матч с клубом Сморгонь, это пятое место. Так, Лебедев согласился со штрафом. Все правильно. Объявлена вакансия. Никто не хочет в наш клуб идти. Главное не проигрывать. Это уже будет успех для нас. Так, Орша, мы на 11 месте. А какая у нас задача вообще стояла? Я что-то уже забыл. Центр развития. Это явно не тут, я понял. Так, это что? Стадион Спартак, Химик, Светлогорск. А, молодежка проиграла. Ладно, молодежка мне это не интересует. Все, что нужно молодежка, я все уже забрал. Так, Игнатий Сидор. Защитник центральной торпеды Жодин Дубль. Слушай, он тут... А что мне по нему? Отчет есть? В данный момент играть на уровне Фирс де Лиагу. Предполагает необходимый потенциал, чтобы стать игроком уровня. Будет хорошее приобретение. Ну, давай. Ой, так я могу себе позволить, кстати. Так, я могу себе позволить. А почему я не могу править бюджет? Что за баг? Ну, в любом случае, я поставлю двушку. А, не согласны? Все, качать приложение. Деньги найдем где-нибудь. Спросим у тренера. А что про меня пишут? А, не знаю, пока вроде ничего не было. Хороший результат размещения по поводу тренера по физподготовке. А, возьмем чувака с фамилией Максим Белянский. Задвоил чувака, походу. А, нет, возраст отличается. Вот, Алексей Дрозд, будешь ты у нас. 160. На 2 года. Подписывай. Все, отлично. Еще один тренер появится. А, он, кстати, заинтересован в работе. Ну и отлично, угадали. Меня, кстати, обижает новый тренер. Почему? А, в смысле, в реальности, что ли? Или где? Так, все, есть, позвали. Теперь надо еще раз с персоналом разобраться. А, нет, не так. Так, в тренировках. Тренеры. И распределить, чтобы на того чувака еще раскидали. А, его здесь нету. Походу, я молодежку тренера нанял в игре. А-а, да нормально все что-то. То, что тебя не выпускали, не, тебя выпустил. Так, вакансия научный работник. Так, возьмем чувака с фамилией... Так, Данилюк, Кулина, Городобоев, Яскович, Добровольский, Пугач, Тиманюк. Ну, почти Тиманюк, Тимощук, да, возьмем. Ты похож, да, фамилию Тимощука. Так, на 2 года. Отлично, добро пожаловать. Так, хороший... А, вот, ассистент-менеджер. Вот, российский есть. Виталий Панченко, Дмитрий Чистяков, Андрей Захарчук, Владимир Бабушкин, Михаил Мусин, Ансар Аюпов. Короче, российского, но самого молодого, 30-летнего можно взять. Виталий Панченко. Где он до этого вообще играл? Никто не знает, да? Вот ты будешь ассистентом. Контракт пригласить. А, да, на 2 года. Зарплата 200. Все, отлично. Надо тебя сразу же переименовать. Ты будешь теперь моим ассистентом. Тихо, послушай песню. Да, я слышу. Это Цой, да. У меня, кстати, в своем плейлисте она есть. Так, дать прозвище. Теперь ты, Владимир Путин. Как ты быстро, да, стал теперь. А может быть того переименовать, чтобы не путаться? Ну ладно, короче, он будет, если не будут выпускать, то ладно. А будут выпускать, то будет играть. Так, трансферное окно закроет через неделю. Нормально, мы и так справимся. Грейс, мы ждем перемен? А, может быть, в какой-то степени. Мы ждем перемен, да, в белорусском чемпионате. Может быть. Роман Дурко нуждается в отдыхе. В последнее время выглядит уставшим. Ничего не знаю. Никаких вот этих. Знаешь, одного отпустишь, начнется. Отпустите меня, я тоже хочу.
Нет, нельзя так. Это разлагает атмосферу в команде. Если бы ты погромче сделал. Ну, там проблема, то, что там будет потом какая-то песня будет еще громче. Я могу просто меньше разговаривать, чтобы я было слышно. Лучше так. Был бы Лукашенко. Понятно, понятно, о чем. Играем в чемпионате Беларуси. Опасно, опасно. Так, у нас отсутствует скаут. Так, и руководитель по работе с молодежью, что ли? Ну, за 275, пожалуй. В смысле? Нет, 275. На 2 года. О, согласился. Вот так надо вести переговоры. И надо скаутов еще нанять, да? Ну, я скаутов буду сразу на длительный срок брать. Чтобы у меня полностью штаб был комплектованный. Смотри, все соглашаются. Двоих пока возьму, этого будет достаточно. У меня в том менеджере, в котором мы с тобой играли, там все почти игроки бухали. Да ладно. Это, типа, даже так там это все продумано и проделано. Неплохо. Тренер по физподготовке у нас, кстати, появился уже неплохо. Сейчас, возможно, у нас как бы нагрузка на персонал упадет. Потому что с этим, да, у нас чувствуется есть проблема. Особенно меня, смотри, загрузили как. Во! Вот, раскидали, смотри-ка, на Алексея кинули скоростные качества. Но все равно, походу, я загруженный. Да. По атаке немножко ослабло, а вот по тактике я прям жестко страдаю. Так, что? Ну, смотри, мы вообще, в принципе, к одним из топовых клубов подходим по значению наших вот тренеров. Мы сейчас еще новых наймем, вообще хорошо будет. Медицинская команда, мы вообще одна из лучших просто. А, нет. Арсенал Дзержинск лучше. Но мы их скоро тоже догоним. Купи меня. А, кстати, надо тебя найти, посмотреть. Мне не дадут. Я даже, по-моему, в аренду не могу взять. В Шинник? Серьезно? Тебя отправили в Шинник? Подожди-ка, нет. Нет, 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 нет. Я не туда зашел. Я был там, но не туда попал. Да, господи. Да, чувак из Шинника. Тебя отправили туда, судя по всему, в аренду. Смотри, как играл. Заиграл за Сочи, забил 6 голов. Потом играл в Нижнем Новгороде, 7 голов. Сейчас играешь за Шинник. Бесплатно, прикинь. А сколько цена вообще? Трансферный статус. Не установлен, не установлен. Указание для президента, это будет трансферная цель. Наверное, я правильно сделал. Так, отчет. Отчет скаута можно сделать? Давай, отправим. Оценен 240. Нифига себе, нормально. Да, да. Начинал в нормальном клубе, а играешь теперь в Шиннике. Который сейчас идет на 12 месте. Смотри, кстати, где идет Нижний Новгород. Вот стоило, зачем меня было увольнять, если они идут на 15-м? Они проиграли кому? Этого не могу увидеть, да? Я сейчас буду с этого жестко угорать. Они выиграли у Шинника, проиграли Уралу, сыграли ничего Балтику. Вообще, я и то лучше играл. Хоть 4 ключи на DLC разве есть? Да. Есть, а их активируешь в Стиме. Это нормально. Так что проблем нет. Я сам так некто активирую. Это клеймо на всю жизнь, да. Ты где играл? Шинники. О, все, типа. Так, тренер вратарей. Чисто из Беларуси. Так, а вот кого? Игра руками. Кто вот? Это что? Вот мяча в игру. Парирование ударов. Короче, надо самого топа взять. Уровень дисциплины. Решительность. Вот эту надо взять. Мне больше подходит. Тренер вратарей не нужен. Сейчас мы сформируем наш штат. Но я вернусь и всех разорву. Это да-да-да. Я думал только игры. Нет-нет-нет. Там с DLC нет проблем. Да, я надеюсь, что да, ты сможешь. Я сделал предложение 23-летнему игроку команды Шинник Владимир Путин. С большим будущим. Может выступать на постоянной основе в роли чистой форварда и потенциальной замены Кирилла. Да, потенциальная замена, но... Да, да, он должен быть куплен за любые деньги. Станет лидирующим игроком в высшей лиге Беларуси. Не заинтересован. А можете с ним поговорить? Объявить об интересе, сделать запрос.
Давай-ка просто скажем, да, что мы на трансфер. Мы будем, да, серьезно намерены. О, трансфер сорвался, мы не можем себе позволить. Все понятно. Так, это что, отправить в аренду? Пускай. Химик Светлогорск называет Владимир Путин своей целью. Ладно, не наоборот. Давай меня развивать. Да будем, да, потихоньку? Я с сыном буду играть. Все хорошо. Игра рукой этой зубы нормально справится. Да, да, да. Это точно. Так, вот у нас еще один научный работник есть теперь. О, ассистент готов подписать. Отлично, у меня теперь новый ассистент. 30-летний. Только не... Так, давай-ка еще попросим рекомендацию о приобретении. Может, кого-то мне посовет. Так, и теперь по персоналу снова надо даже. По тренировкам. Так. Ассистент. Вот, меня, кстати, разгрузили. Я теперь чисто только тактикой занимаюсь. Вот это меня устраивает. Купи Марата. Продай Игната. Он бесполезный. А у меня нет Игната же. Я же его не создавал, по-моему. Но у меня при этом все равно нагрузка большая на меня. Мне надо реально свой тренерский штаб расширять. Ух ты, да ладно. Это что, мы теперь... Мы лучше в спортивной медицине в нашем клубе, в нашей лиге. Вот так вот. Нам надо еще тренеров. Так, я бы еще предложил количество тренеров, чтобы... А, нет, нам надо в основном составе. Объявить вакансию. Так, нам нужно еще водитель отдела по работе с молодежью. И нужен, да, еще один тренер по физподготовке. Не, просто в рифму было. А, понял тебя. Песня была уже, по-моему, да, можно перекинуть. Они, конечно, повторяются, очень тут странно. Объявлена вакансия, это все понятно. Следующий матч с Маргонь, да-да-да, 8 дней. Будем надеяться, что все будет хорошо. По скаута принять. Белорусский бюджет просто нашего клуба идет в минус, я чувствую. Так, еще кого? Руководитель по работе с молодежью, отлично. Так, окончены, окончены. Давай посмотрим по персоналу, что еще одна вакансия осталась на тренера. Но мы, кстати, не худший клуб. Единственное, сейчас, конечно, что всматриваются характеристики тренеров, вот это все смотреть. Кстати, в селекционной службе, смотри, мы тоже лучше стали. Вот так вот. Так, нам нужно еще объявить вакансию на спортивного директора. У нас его нет. Так, и по тренировкам сейчас еще раз опять раскидаем. Все равно я загруженный, но ничего страшного. Это не страшно. Там Гитлер развил сервер, где? Развалил, может быть? Хотя можно посмотреть мою статистику. А, я сейчас зайду, посмотрю. 17 лет, 2002 года. Так, карьера. А, ты, кстати, воспитанник нашего клуба. За в этом сезоне 9 матчей сыграл, один голевой патч, пас отдал. Скинь ссылку на Discord. Я знаю, что Игнат развалил сервер другой. И я вот после этого снял с него должность. Потому что... Ну, в Голубой гвардии. Потому что человек себя уже второй раз плохо себя показал с своей стороны. В смысле, трансфер заблокирован. Нам не требуется еще один скаут. Как так-то? Осуждаю. Ну ладно. Так, мы где играем-то? А, мы сегодня вообще не играем в этом день. Ладно. Меня добавить. Где? А, это премьер-лига. Я думаю... А, это кубок вообще. Я и думаю, что нас тут нету-то. Мы уже вылетели, судя по всему. Согласовал. О, тренер вратарей. Давай, еще один тренер вратарей, судя по всему, да? И закрывается трансферное окно скоро. О, Кэскин, ты будешь за Марата, я тебя в дисбат отправлю. А, я понял, в чем прикол. Да-да-да, надо будет следить. Да какой дисбат, сразу... Так, предложение покупки Владимир Путин. Опа! Хотят куда? СК Кобрин, это что за клуб? О, это вообще днищенский дивизион. Молодечно, Дюсаше и город Клецк. Нет, нет, нет. А, еще и за бесплатно, ну конечно. За бесплатно знаете что? Ничего не бывает. За бесплатно. Что это у нас тут? Интенсивность, да, будет интенсивная тренировка.
там про какой-то сервер говорите, меня там нет. Там ничего интересного. У нас там движухи нет как таковой, потому что надо, по сути, много заниматься этим. Вот у меня на это мало времени. Может быть, когда-нибудь отдаем его сыну в аренду. Ну, можно, кстати, знаешь как? А у меня, кстати, есть... Где можно посмотреть? Клубы-партнеры. А, я смотрел, у меня их нету. Давай хотя бы просто найдем, куда я могу отправлять для аренды. Не участвуют в соревнованиях молодежной команды, поэтому... Да, мы принимаем ваше предложение. Вот туда и отправим. Фарм-клуб. Еще платить за это придется. Закрыть трансферного окна. Неважно. Я все равно в нем не принимал участие. Вот, регистрация начинается. Так, давай-ка автовыбор щелкнем. Всех, по-моему, взяли, да? Да, у меня состава не хватало. Мне, короче, все, что есть, все попали. Причем... А сколько я всего лишь? 32. Максимальный размер состава 99 игроков. Прикинь, в Беларуси какой прикол. Можно заявлять про всех своего села. Замечательно. Мне такое нравится. Так, тренер вратарей назначен. Отлично. Я еще раз посмотрю по персоналу. У меня, походу, два тренера вратарей, что ли? Не знаю, непонятно. Тренировки, тренировки. Так, тренерская загрузка. Легкая, легкая. Где у меня тяжелая загрузка? Давай-ка я возьму тогда на себя еще технику. Тактику я уже взял. Технику возьму. Чтобы тренеры нормально работали. И еще тактику возьму. И придется принимать участие. А что? Клубом руководит мафия. Помощник это мой отец, который приду. Грейс, который верит в меня. Скауты, который меня поддержит. И сын. Да-да-да. Ананас в самом топе списка. Но мы посмотрим, как он будет потом по игре. Потом, возможно, придется с кем-нибудь, может быть, расставаться. Кто знает, кто знает. Отчет о травмах. Не будем его смотреть, не будем себя расстраивать. Так, вот с Маргони, возможно, надо будет от обороны нам играть. Но это неинтересно, кто там кого купил. Так, регистрация состава. Так я все уже сделал. На что ты намекаешь? Ни на что, все нормально. Все нормально, все под контролем. Для нас будет успехом, если мы просто займем место выше, чем было изначально, когда мы пришли в клуб. Так, что? А какое, подожди-ка, сколько нам еще играть? 10 матчей. В теории, если вдруг мы победим, то мы можем... Ладно, не буду об этом, это невозможно. Я не особо верю. Продай лимон и купи меня. Там вообще проблемы с деньгами. Там бюджет вот в том чешском клубе, который мне предлагают, 1 000 000 на трансферы, вот это да. Да, вот. Минусы Владимир Путин, который в шиннике. Чувствует себя неуверенно в решающих матчах. Не отличается высоким уровнем командной игры. И часто хаотично выполняет навесы. Но довольно амбициозный человек. Обладает неплохой скоростью, очень техничный. Может играть обеими ногами, соответствует требованиям к новичку. Может играть на нескольких позициях. Может пройти переподготовку. Пригласить на просмотр. Он не поедет, я даже... Мы фавориты, кстати, 1.6, это хорошо. Хотя в том матче мы тоже были фавориты, мы не выиграли. Вот в чем прикол. Так, сейчас, да, давай-ка мы сейчас сразу по тактике посмотрим. Вот у нас почему-то вот они не могут сыграть. Может быть, нам попробовать вот так? 4-4-2 стандартную тактику. Давай попробуем так. Так, Владимир Путин, да. Ты будешь делать свои рекомендации по составу. Предположу, что ты сейчас своих уже выпустишь. Как только я бью левой ногой. Не знаю, вот так вот. Так, так, так. Ой, а ты походу... Нет, 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 нет. Вот тут слишком много народу. В нижнем не хватало и не было проблем. Я думаю, нам надо наоборот некоторых молодых сейчас перевести, чтобы они нас не смущали. Так, так, ты в резерв. Ты тоже в резерв пойдешь. Вот, так будет понятнее. Так, ты с травмой, но я тебя в любом случае все равно переведу на замену. Тебя тоже. Так, ты. Так, ты тоже вратарь. У нас все, все те же. Сейчас будем потихоньку подтягивать вас. Лимона в атаку. Ну, давай рискнем. А где ты, кстати? А, ты вообще, да, тебя тут даже нету.
Давай попробуем. 46-й номер, кстати. Все, у меня состав готов. Лимонов резерв, как Марата. Я поставлю, потом заменю по ходу. Если он не забьешь гол, не забьет гол, то заменю. Возможно, проблема Шакуров. А что с ним такое? В последнее время ты выглядишь каким-то подавленным. Что с тобой? Мне сказали, у меня скитл стрелка, лидер команды. Я хочу, чтобы это осталось между нами. Я недоволен тем, что я не прохожу в основной состав. Может быть, ты плохо. Ты должен заслужить место в команде. Я не считаю, что я должен делать. Я уже доказал. Ты доказал предыдущему тренеру. Мне ты ничего не доказывал. Кирилл, все. Иди гуляй. У Путина все хорошо с головами было. Пусти его в состав. А это другой Путин. Это другой. Это его двойник, тройник или удлинитель. Ну я не могу. Я заслужил, говорит. Это знаешь как? А вы знаете, я вот там пару лет назад медаль золотую выиграл на Олимпиаде с молодежкой. И что, а если ты сейчас не играешь, я тебя за старые заслуги ничего никто никого не пускает. Нет, нет, нет. Тоже мне. Вот поэтому так вот команды плохо играют. В этом весь прикол. Это мой сын. Да, да, мы уже поняли. Форма у нас ужасная, но мы сейчас последние два матча сыграем ничью. Если мы сейчас проиграем, будет печально. Так, у нас тактика будет, давай-ка, пока на оборону поставлю, дальше разберемся. Не все игроки готовы, но это не страшно. Дзюбу пускают, в смысле? Какого Дзюбу? Ох ты, у Лимона даже фотка есть, а что он с бородой? Ну ладно. Так, идем в раздевалку. А, попросим ассистента поговорить. Он сделал индивидуальные указания. Отлично, погнали. Давайте, ребята, я вас верю. Ну, все матчи на выезде, что ли, так и будем играть? Я, кстати, дал бы еще команде так, дать задание делать прессинг больше. Так, темп игры повыше. Нет, высокий темп игры сделан. Давай азиатов покупать. Как мы делаем Нижний Новгород? Это не мое фото. Ну, что поделаешь? Эх, могли ведь забить. Может быть, и начнем скупать, кстати, из Нижнего Новгорода своих, да. Надо посмотреть, кстати, здесь лимита нет в Беларуси на легионера. Так, из оборонительного предлагаю перейти в наступательный. Так, в случае победы что мы? Мы поднимаемся на 10 место, дай бог. Гол забил! Это кто? Это кто забил? Неважно. Главное, что забили. Химик Сосногорск поднимается на 10-ю строчку. Круто. Главное не пропускать. Шевченок забил. Ага, понял. Так, так, так. Ну, 10-е место неплохо. Надо сбивать больше. А, нет, Кундро какой-то забил. Дмитрий. Ну ладно. Как там Барановичи? Барановичи на 14 месте, лол. Слушай, я чтобы искать молодых талантов, играть, видел, как я за Спартак руководил. Ну да, видел. Так, а нам каких азиатов? Из Нижнего Новгорода такой или еще новых искать? Вот как играют, ты посмотри. 2-0. Мои ребята. Барановичи. А, ну теперь. Так, давай-ка пусть у нас ассистент разговаривает. У него очень хорошо получается. Хороший ассистент, да. И ситуация вроде налаживается. Продолжаем дальше, да. Темп пока оставляем тот же. Новых, все, понял. Давайте, я верю в вас, ребята. Сейчас будем замены делать, возможно. Лимона на мог забить. Давите их, давите. Ты в каком месте там Сморгонь идет? Уже на 8-е упало. Вот так вот. Может скандинавских искать? Можно, можно. Либо прибалтов каких-нибудь. Хорошо, вот это опасно. Сейчас будет контратака. Почему никто не закрыл? Вы что, угораете, что ли? Офсайд, походу. Нет, угловой. Егор, походу, будет в воротах стоять. Так, давай замену делать. У меня, походу, некоторые... Вот чувак выдохся. Давай-ка... Да, Кочинян выпустим. Конечно, он после травмы, но... Так, и надо, да...
Лимон ананасов менять что-то. Он, да, не забил. Я же обещал, что его заменить, если он не забьет. Это будет для него мотивация забивать в каждом матче. Пусть выкладывается на один тайм и все. Прибал ты такой, я только клапана из Ливерпуля знаю. Ага. Понял. Или клапана. Я понял про кого-то, ему тоже фамилию плохо. Ух ты, можно было третий сделать. Ну ладно. Почему все время руки поднимает, когда навешает на голову? Так, у нас кто-то там устал. Выдохся кто? Вот этот Шевченок. Он, кстати, два гола забил. Надо поберечь его. Так, я выпущу вместо тебя. Не знаю, Кирилла вот эту выпущу. Пускай он играет. Как тебе разоблачение на Марата? Все исчерпывающе. Я больше всего угорал этот ролик последний Навального, где он позвонил чуваку. Но там понял что-то эпичное. Вот. Надо будет потом посмотреть. Можно что-то в таком же духе сделать. Что, перекладина была? Так-то неплохо было. Забили, но не засчитали. Ладно. Мы их, кстати, запинали. Как они шли на пятом месте, я не могу понять. Вот и первая победа у нашей команды, кстати. Четыре... Ой, сколько? Третий матч, да? Эх ты, блин. Можно было третий сделать. Перед кем следующий матч? Чтобы серию не прерывать. Я должен признать, что не ожидал другого результата, кроме ничей. Но футболисты клуба «Химик» опровергли мой прогноз и возвращаются домой, увозя заслуженную победу. Да, есть такое. Все, видишь, как команда. Пока у меня интернет завис, но меня в поле выпустил. Да, я тебя выпустил. 10-е место. Но да, чтобы нам подниматься выше, нужно, да, побеждать и побеждать. Смотри, мы уже рекорд команды в этом сезоне побили. Мы уже подняли на 10 место впервые за весь этот сезон. Отлично. Там будет вторая часть на Марата, разоблачение коррупционера Игната. Да, кстати, Игнат, да. На Игната она тоже ждет разоблачение. Зачем он разрушает сервера? Так, завершил период реабилитации после травмы. Вывих плеча было. Готов приступить к полноценным тренировкам. Да, надеемся, да, скоро вернешься. Так, а какая позиция-то у него? Кстати, центральный полузащитник нам нужен, если что, даже атакующих попробуем. За команду сыграл 10 матчей. Но это мы уже смотрели. Так, следующий матч у нас с Барановичами. О, это будет эпично. Их надо разносить. Я бы еще команде дал, кстати, возможность отдохнуть один день. Давай-ка так и сделаем. Один день. У нас следующий матч через 13 дней. Ой, все. Подожди, как там сделать вообще командный отпуск? Да, ребята. Нужно для профилактики 2 дня дадим отдохнуть. Я завтра напишу разоблачение. Ладно, ладно. Я почитаю обязательно. Команда на отдыхе. В смысле? А, ну да. 2 тренировки пропустим. Можно позволить. Все нормально. Мы заслужили. Мы уже достигли, да... 10 мест. Это так круто. Зачем мне чемпионат Италии показывается? Вот, российский первый дивизион, покажите мне. Где Нижний Новгород? 13 место. Кто их менеджер? Артур Петросян. Да-да-да. Да-да-да. Он был временным... А, он был исполняющим... Смотри, он был ассистентом при мне. Потом стал исполняющий обязанности, потом временным, и сейчас его назначили. Да. А, смотри-ка, он играл... Да, я смотрел, точно, он играл в Армении, потом уехал в Израиль, потом в Швейцарии заканчивал карьеру. Навальный пишет, а я... Что? А я ищу данные. А, понял тебя. Рекомендация по тренировкам, давай. Удвоить. Что? И удвоить интенсивность, да-да-да. Пусть лучше тренируются. Так что он меня в какой-то степени подсидел, да. Надеюсь, ты меня, Путин, не подсидишь в этой команде. Хотя, в принципе, ты тоже сейчас большую часть задач делаешь. Что, трансферы последний день? Ну, это нас не касается, я понял. Что, кстати, с деньгами у нас? Момент потрачен 3000 в неделю. Да, я вижу, что у нас проблемы с деньгами. Первоначальный трансферный бюджет был равен $42. Замечательно. Это на выходные съездить сойдет. Да-да-да. О, у нас, смотри-ка, чуваки попали в сборную. Так, Шевченок и Старостин попали в сборную недели. Ну, вот так вот.
Так, эти требования принять. Это что? Игроки с большим потенциалом. О, и Эду Качинян может стать гораздо сильнее, чем Равнан Шевченок. Ну, хорошо, хорошо. Успехов. Ну как, проблемы? В смысле? По поводу каких проблем? Немножко не догнал. Да, матч с Барановичем будет для нас принципиально важным. По поводу завтра хотел спросить. Завтра в Хойку чего будем добивать? За Россию, ну, за США или Германию? Там у меня еще есть прохождение. Надо все потихоньку закрывать будет. Либо опять проводить... Что? Хороший результат размещить. Так я уже назначил. Зачем? А, подожди-ка, тренер. Так у меня есть дублер. Нет, я сейчас кого-нибудь другого возьму. Так, фамилии, да, посмотрим. Так, Логвинов. Логвинов. Это как это, да? Стример за США. Я перспективный игрок, да-да-да. Вот Логвинов и будешь у нас тренером. Нет, 200 не проси. На 2 года. Все, добро пожаловать в клуб. Сейчас мы укомплектуем полностью наш тренерский штаб. Так, повысить что? Квалификацию тренера. Давай попросим. Игровой график слишком напряжен, поэтому не можем. Ой, ладно, начинается. А вот и здрасте, норвежский маппер. Тоже привет. А смысл добивать? Я лучше вас всех. Ну, я думаю, все равно надо как-то закончить. Чтобы, типа, знаешь, куча незаконченных непрохождений. У меня с этим всегда была проблема. Поэтому все равно, я думаю, как-нибудь попытаемся. Но времени, на самом деле, ограничено. Потому что, сразу скажу, в пятницу, скорее всего, стримить не буду. А, я играл за Динамо, Сочи и Нижний. Да, было дело. Теперь ты играешь в Шинники. Ну, такая себе карьера, знаешь... Не вот так вот, как ты говоришь, лучше всех, а я бы сказал, на тебя вот так вот идет. Так, спортивный директор. Кстати, можно украинца поставить, казаха можно поставить, есть белорус. Я просто этих людей не знаю. Владимир Волков. А, латвиец есть. Еуджин Берум. А, подожди-ка, латвиец вообще, что это? Чем занимался? Шахтер Солигорск и Вентспилс был, ладно. А, ты, Руслан, чем занимался? А, ты из нашей же команды? Но ты играл, как бы, на самом деле, хреново, чувак, нет. Так, Алан, кем ты у нас работал? Так, играл Спартак Владикавказ, Анжи, Луч, Локомотив Ташкент. А в ЦСКА даже числился какое-то время, в каком? В 2003 году? Я что-то не слышал такого. Лучший тренер Беларуси, бери команду, лучше играть будет. Ну, я подумаю, да. Меня агент Игнат подвел. Алания, ладно. Так, Владимир Волков. Или я тебя только что смотрел. Локомотив 2, Дон, Олимпия, Геленджик. Короче, так себе. Денис Петровский. Енисей, понятно. Юджин Берун, давай посмотрим тебя. Зенит 2. Ну ты с Украины вообще. Пресня. Ок, Джетпес, Казахстан. Арсенал Бил... Я подумаю. Александр Белозеров. Подожди-ка, так это футболист, по-моему. Да-да-да, который в крыльях играл. Бери немцев, они в атакующих играют, как и ты. Бана за АП не будет. А я этот стрим, в принципе, я отключил монетизацию. Я как бы не парюсь, я на таких стримах включаю музыку. Вот, время от времени, так что нормально. Просто монетизацию этого не получаю. О, я его знаю, да-да, я тоже знаю. Я вот поэтому задумал, может быть, его взять. Еще есть Сергей Егоров, Казахстан. Садовик, текстильщик, шахтер, Казахстан. Короче, я вот эту Белозерову позову, спортивным директором. Да, на 2 года. Отлично, у нас спортивный директор теперь есть. Так, доступные игроки, ничего не беру. Хороший у нас, однако, стример. Ну да, типа того. Штаг, отменил переход Александра Логвинова, по времени не нуждается в новом персонале. Осуждаю. Все равно под... Почему? А, расторгнуть контракт. Нет. Иисус Христос, Господь. Да-да-да. 3-1 Беларусь выиграл Казахстан, кстати.
скоро матч с Барановичами. Ну, я вот на таких стримах, ну, а типа, знаешь, здесь нет ванильной никакой музыки, поэтому приходится включать свою. Вы были у Банана на стриме, если нет, то вы ничего не знаете. Я был один раз, и мне этого хватило. Беларусь наносит ответный удар. Ну, типа того. Кстати, надо было, знаешь, что посмотреть. А, где теперь новости, вот не узнать. Как там сборная Беларуси... А, вот. Как там сборная Беларуси у нас вообще проходит отбор? А, вот. Первое место в группе Албания, Армения, Казахстан. Это Лига Наций у нас, так понимаю. Россию сейчас надо тоже посмотреть. Как-то можно перелистывать. Ой, так будет сложно искать, чувствуется. Они в Лиге Б. Россия, Чехия, Сербия, Финляндия. Победа над Финляндией. Ладно. Если ваша вечеринка не похожа на стрим Банана, не зовите его туда. Да, причем самого стримера не звать. Понимаю. Я был два раза. Да, ты даже два раза был. Он вздыхается, когда говорит. Но это знаешь как, это... Он говорит на вдохе, это неправильно. Надо говорить на выдохе, так и проще. Это типа, знаешь, я вот так же буду говорить. Это, ну это, блин, это в музыкальной школе, когда учился, этому тоже учили, что когда там... Так, Белозеров принять. Так даже в музыкальной школе учат, чтобы не было таких всякого ужаса происходило. Так, у меня штат укомплектован, кстати. А, даже игра руками мы лучше. То есть у нас тренер вратарей вообще топовый. Хорошо, хорошо. Так, очень тяжелая нагрузка у нас. Так, я сейчас на себя возьму часть нагрузки. Чтобы тренеры нормально себя работали, ну, себя чувствовали. Надо расширять штат просто. Так, а давай-ка еще нагрузим вот этого чувака. Вот. Нормально все. Я... А, что? А, это старое сообщение, все понял. Нам надо будет еще персонал потом расширить. Так, в вашем клубе появился новый спортивный директор Александр Белозеров. Его появление несет изменения в повседневную жизнь команды. Готовы ли к совместной работе с ним? Я рад, что он присоединился. Все, это достаточно. Да, под эту песню едем... А, это мы дома принимаем, да? Барановичи, да, к нам едут. Е, диско, да. Я подтвердил трансфер от имени руководства. Ладно, ваше дело. А это что, это здесь-то зебра, это так Ювентус подписан? Да ладно. Да, Криштиану Роналду. Зебра, это здесь подписано FFM, так Ювентус. 35 лет, Криштиану Роналду. Понятно, круто. Я готов в мае сделать выборы президента. В мае? В смысле? Это где, в Дискорде? Я боюсь, к тому времени новый сервер не доживет до этого просто. Нет, нет, такого не произойдет. Просто я понял, в чем была проблема наших серверов. Нужно просто, да, не давать кринжу долго расходиться. Почему все агенты... Что? Понял тебя. Так, Беларусь с Албанией в ничью. Вот это уже, кстати, плохо. Хотя, кто знает. Может быть и нормально. Албания вообще нормально играет? Так, что? Ну, нормально. Чувак нормально тренируется. Михайлов, молодец. Ждем матча, да, через 3 дня. Советы по подбору состава. Мы разберемся по факту уже. Главная победа. Так, Россия выиграла у Чехии 2-0, кстати. Хорошо. Мы отыгрываем одну тактику. Все нормально. Мы перед матчем ее сейчас поменяем. Всегда так делаем. Вот почему это они не могут в выбранных ролях достаточно плохо играют в паре, так как не наладить хорошее взаимопонимание. Им надо натренироваться между собой. Вот такой тактики будем играть. Так, кого у нас нападение кинули? Так, вратаря. Вратаря вернуть. Подожди-ка. Вот так вот. И сейчас по составу еще посмотрим. Так. Пока еще не восстановился. Кондиция еще, да? Готовность. Но уже кондиция хорошая. На замену можно будет выпустить. Так, Александр. Тебя тоже. На запас пока поставим. Сделай второго сына в дубле. Да зачем? Я лечился, я понял, игра играть нормально, к примеру, игрок Ахмата Бериша. А,
А я думал, он из Косово. Ну да, такая остро политическая шутка, да. Ну это не шутка, я просто... Так, вроде все, лимон и ананасов. Ну будешь на замене. Пока что. Будем постепенно наигрывать молодых. Я ничего не понимаю, но это красиво. Ну да. Так, отчет по подготовке, по поводу тренировок. Нормально все. Какой-то Денис Кишкурно плохо тренировался. Надо покритиковать, сказать, что это было очень плохо. Ты можешь вылететь из состава. Так, совет директоров проинформировал, что составлен список потенциальных партнерских клубов. Так, футбольный клуб Underdog. Из Беларуси так называется? Неплохо. Неман Мосты. Ну это все вообще днищенские. Озерцы. Какой? Какой город? Глубокое. Озерцы глубокое. Неплохо. Футбольный клуб Горки. Беларусь вообще, кстати, не парится по поводу названия, судя по всему. И Виктория Мари... А, Марина... А, Марьина Горка. Короче, любой клуб, какой предложите... А, я сам должен выбрать, да? Давай посмотрим у них вообще. Полупрофессиональный, профессиональный. Любить... Не, я профессиональный, вот. Футбольный клуб Underdog. Вот туда будем отправлять всех. Кишка Уран Кишкурна. По-моему, из Албании он на Евро 16-16 года участвовал, да? Не знал, не знал. О, озеро глубокое. Не знаю насчет вот этих команд. Название, конечно, очень интересное. Прости, Линк, я не могу предоставить тебе кредит. Возвращайся, когда ты станешь побогаче. Я понял. Типичная, да, ситуация с клубами в Беларуси. Так, доступные игроки. Давай им поставим. Один тайм. Что за музыка? А, это у меня просто в этом идет. Я понял. Год за сборную Беларуси играть. Ну, можно будет попробовать. Как, Федя, тебе тоже привет. Тут за сборную можно? Да-да-да. Ну, за сборную, кстати, можно назначить ведь по еще, то есть... Помимо клуба, но это будет сразу двумя управлять. Такое себе. Только я не помню, где это смотреть. Персонал, биржа труда, по-моему. Ну, сейчас видишь, со сборных нет свободных. Свободные есть, кстати... Вот, кстати, город Вислочи требуется менеджер. Она идет на 9-м месте. Но я не буду туда перескакивать, смысла не вижу. Оставим все как есть. Так, у нас форма не постоянная. Они Баранович тоже последний матч обыграли. Ислыч. Кого обыграли? Лис Маргони обыграли? Непонятно. Чур тогда нападающий. Ты на замене сидишь, если что. Енес кафе, да. Ну все, я думаю, мы сейчас с Барановичем пойдем в наступательный. Погнали. Сейчас больше прессинга. Победа нам нужна. Да ладно, в три нападающих. С ума сошли, что ли? На... Фига себе, наступательный. Чего себе. Так, ассистент, займись. Надеюсь, мы не да. Там деньги, а где деньги, там я и мои дети. Тебя понял. Так, темп игры высокий. Нас это нам в прошлый раз прокатило. Они выдохнутся, они сейчас тоже будут атаковать. И мы будем атаковать. Посмотрим, кто первый сдаст. Уже желтая карточка, сразу. Ну что это такое? Нельзя так сразу схода. О, у них Зеленский, в смысле. Да, не Зеленский нападение, кстати. Как ты заметил вообще. Забивайте гол, будет проще. Наверное. Нельзя проигрывать Барановича. Это принципиальный просто матч. Для меня. Не знаю, чего они плохого сделали, но это принципиальный матч. Пока 26-29 минут играли. По кондициям вроде пока ровно держим. Нужен гол один. Достаточно этого будет. Для начала. Он сейчас призовет разбийников, да. О, Зеленский! Бил поворотом вообще-то. Да, это опасно было. Эх, сейчас доиграетесь. Это опасно было. В случае победы мы остаемся на 10-м и приближаемся к 9-му месту. Логично. Кстати, чел, который вел переговоры с тобой, сегодня целый день с довольной мордой ходил. Я его понял. Конечно. Так, идем в раздевалку. Поручаем ассистенту. И пробуем.
Возможно, они все-таки сейчас, ну, выдохнутся. Сейчас будем делать замены еще, может быть, по позициям, что-то такое. Я все еще больше хочу в Беларуси. Да, тут весело. Так, что такое слишком много навешивает? Давай-ка, да. Не навешивай больше, не надо так. Давай попробуем перейти в атакующий теперь. Есть. Вот мы и повели. Зеленский играет, а я нет. Так, давай-ка сейчас перейдем в оборонительный. Будем играть аккуратней. Мы пока не можем себе позволить так, ну, раскрыто играть. Так, по заменам. Так, давай-ка заменим вот, вот тебя. Выпустим молодого. Беларусь устрою, как на Украине. Тебя понял. Надо, кстати, может еще затягивание времени взять. Кстати, по ударам мы их перепинали, если так посмотреть. Сейчас надо будет что замену делать. 1-0 Баранович. Я, конечно, ожидал, что мы пошустрее будем играть. Так, давай я тебя тоже выпущу. Так, вот место у Дмитрия Кундра. Хотя он, кстати, хорошо играл, но ничего страшного. Так, а ты кто у нас? Во, защитники у меня появились наконец-то на замену. Сейчас бы второй, и будет спокойнее. Эх, было опасно, да. 75-я минута. Узнал музыку? Да, это все Queen играет, я узнал, конечно. Как такую не узнать? Эх, какой хороший был удар, да. Мы от обороны идем. Не хотелось бы проигрывать, будем надеяться. Опасно. Так, принял изменения. Давай вообще в сверхоборону встанем лучше. Сколько Беларусь может замен делать за матч? 3, наверное. Буду всегда 3 делать. Неплохо, неплохо. Главное, держитесь, да, давите их. Ладно, нормально, угловой. Кстати, там на Твиче по слову диск можешь говорить, если ты скажешь, все, хватит, и Марат продолжит разговор, то это слово на Твиче... А, что? Так, по слову можно говорить, но если ты скажешь, все, хватит, и Марат продолжал разговор на это слово, то ему Твич... А, прикольно. Есть, да, возможность, чтобы его, да... Ну, ты понял, о чем я. Давайте, пацаны, это будет эпичная победа. 4 матча, 2 победы, 2 ничьи. Хорошо идем, кстати? Идем хорошо, просто у нас ассистент хороший, судя по всему. Так, мы на 10 месте и, в принципе, приближаемся к 9-му. С кем у нас следующий матч? А, Локомотив Гомель. Какое место? 11-е. Это, короче, за нами они идут, да, судя по всему? Да, они за нами. Нормально, все, пока. Подставим Мадрата. Да, ты правильно понял. Именно это я и хотел. Так, дисквалифицирован за перебор. Да, однодневную зарплату. Лишить, все правильно. Согласился со штрафом. Еще бы он не согласился. Но это правило будет с 22 января. Понятно. Но сначала надо, знаешь, его натаскать на эту тему, а потом уже... И все. Отлично. Подводя итог, управление удовлетворено вашей работой. Разочарованы то, что мы сыграли в ничью Днепр-Могилев. В смысле? А, ну да, они слабее нас. Нормально все. Могло ведь хуже быть, на самом деле. Так, сыграли ничью, нормально все. Они заслужили... Его появление, это уже бан. Так, кто у нас? Павел Богуш. Короче, я буду отправлять всех к врачу, не надо мне какие инъекции. У меня, в принципе, на скамейке есть кому играть. Так, Лебедев отчитался Владимир Путин. А, это который именно? Я уже и путаюсь. А, это который в моей команде играет. Он сыграл еще хоть сколько-то матчей? 7 матчей, ни одного гола. Он, кстати, в каком-то сезоне забивал в 17-м году. Что-то у него плохо стало. Черный юмор. Да, есть такое. Так, это что, индивидуальная тренировка идет? Ну и все хорошо, нормально, развивается. Скоро будет в основе играть по полной. Назови игрока Путина, он будет тащить, я понял. Так, рекомендация по тренировкам. Давай примем то, что нам предлагают. Так, не смог прокидывать мяч мимо соперника. Главное, он не стал прокидывать своих товарищей. Это куда важнее. Чувака травма. 7 недель, паховая грыжа. Опять еще один. Вы знаете, что такое баг? Это моды банана.
У меня, кстати, какой-то мод первый, который я все-таки так стримил, он меня баговал, вылетал. Он мне говорил, нет, мои моды не могут баговать, и тут там чуть ли не у тебя комп плохой. Я думаю, слышь, ты чё? То есть ты понимаешь, что вообще говоришь? Банан такой, ты прикинь. Сохранение игры. Короче, нам и сейчас не проигрывать, мы нормально в команде закрепимся. Но с таким бюджетом... Но нам, знаешь, в принципе, одной стороны контракт отработать, мы потом перейдем в другое место. Что? Уровень поддержки, уважение стороны игроков благодаря репутации. А мне что, хорошая репутация? Подожди-ка. Доверие среднее. Форма команды у нас две победы, ничья. Ну, нормально, нормально. Вот, вот если закрыть, вот наш. Две ничьи, две победы. Все нормально. Вы знаете, что такое баг? Это, да-да. Так, что это такое форма игрока? Игрок в ужасной форме, осуждаю. Надо его судить публично, чтобы больше так не подставлял. Так, курсы повышения квалификации. Улучшить качество работы тренерского штаба. Что произойдет? А, повысить зарплату. Но только до 180. И на год. Все, согласен. Отлично. Вы знаете, что вирус делал с человеком? Он приходит в голову идея создавать моды. Да, это вирус опасен, на самом деле. Я в свое время тоже думал попробовать создавать моды. Было на начальном этапе, но я потом понял, что я не буду этим заниматься. Нет смысла, типа, время тратить. Ты кому нужен вообще эти моды? Сейчас модов нормальных и так много. Зачем тебе еще что-то создавать? Лучше уже ничего не придумаешь. Я так считаю. Так, откликнулся на вакансии тренера. Так я уже давно не ищу. Не надо мне никого. Все, я уже всех нашел. Так, предматчи конференции. Кстати, да, я на конференцию даже не хожу. Если вы заметили. Что? У меня боковых защитников нету. Вот это прикол, конечно. Да, в следующем матче без защиты. Еще кое-что накинул. Ладно, послушаем. Так, вот, это Кочинян. Хороший, да, на тренировках. Так, надо похвалить. Правильно. А вот Егор что-то, да, начинает плохо себя. Осуждаю. Нельзя так. Сейчас послушаем. Так, 15 предложений. Чтобы молодежка наигрывалась, нуждается в игровой тактике. Ну я прям каждый раз буду. Пускай играет за резерв, он хоть 60 минут в матче. Вот и все. Тем более у меня реально сейчас не с защитниками проблем будет. Если бы создавать и продавать, то да. Если создавать и просить постримить мало популярного стримера, это зашквар. Да. А еще стримить такие моды зашквар. Так, отменил переход. Да и ладно, меняем трассу. Да. Да ладно, если кто-то моды продает. Я видел, я участвовал не раз в закрытом бета-тестировании мода Old Europe. Это да, я вообще удивился, что мне дали. Это манипуляции за шквар, да-да-да. Я стараюсь на тренировках до золотого мяча. Ага, ну понял тебя, понял. Стримить моды это бан? Серьезно, в смысле? Или моды именно бананы ты имеешь в виду? Ну да. Так, кто дисквалифицирован? Так, сейчас мы посмотрим, кого мне поставят. Да, у меня защитники сейчас будут вообще все новые играть. Тактика я оставляю какую? Нет, давай-ка я все-таки сейчас стандартный перейду. 4-4-2. Так будет получше, наверное. Вот. И поменять, да, немножко по составу. Так, Егор выйдет здесь. Так, это у меня, которые все ушли. Так, тебя тоже на замену. Александр. Ты, наверное, сейчас даже в нападении, не в нападении, а в основной состав выйдешь. Вот сюда. Ой, слабая позиция, ну ладно. Рекомендую, кстати, мод New Ways, очень топовый, как ты убедился. А еще шампунь Жумай Сынба. Ну, New Ways, да, я поиграю. Доиграю за СССР, кстати. У нас, кстати, раньше давали всякие награды, типа мяча лучшему игроку турнира. Ну, неплохо же. Путин, кстати, где? Он, кстати, даже в основной состав не попал. Надо исправить это дело. О, я его в основной кинул. А вместо кого? Вот это вопрос интересный. Не знаю, наверное, вместо тебя. Вот. Все время не туда их отправляю. А почему Шевченок у меня так выдохся-то?
Он же нормально в прошлом матче сыграл. А, он на замене. Но я его вместо Дуркоева выпал. Он тоже. Ладно, прокатит. Все, погнали. Мод, да. Нет, есть нормальные моды, я ничего не говорю. Так, это что он тут? Данил Козловский? А, Денис Козловский, прошу прощения. Так, ладно. Поручить ассистент, погнали. Локомотив Гомель. А я предлагаю попробовать играть от обороны вначале. Сейчас будет альбом Шир... Что? Албор Ширхер. А так, я понял, что. Пока от обороны поиграем. У нас... Да-да-да. В смысле, я уже пропустил? Так, темп игры высокий тогда. Идем... Быстро вы, слушай, на второй минуте меня уже забили. Да, тактику изменить, теперь в атакующий идет. Что это поражение нас делает? Опускает на 11 место, это плохо. Нужно забивать. Козловский, да. Тот самый, который играет в всех фильмах сам себя, как Саша Петров. Да, странно, так быстро забили гол. Но у меня на замене, кстати, нормальные игроки сидят, поэтому, может быть, получится счет играться. Вот. Ну! Разыграл так разыграл, молодец. Вот это уже поспокойнее становится. Сейчас еще второй, если забить, будет проще. Но уже неплохо. Мы опять на 10 место вернулись. Попытаемся, да, выше подняться. Почему бы нет? Главное не проигрывать. Это уже будет успех для нашей команды, наверное. Хотя задача стояла в следующем году, по-моему, уже в плей-офф попасть. Слишком высокие требования, согласен. По ударам пока нет, не очень. Давай, давай, беги. Надо прессинг, кстати, еще поднять. Так, стоп, только после этой атаки... Нет, атаки не будет, я понял. Надо прессинг где-то взять. Играть более раскованно? Нет, раскованно не надо. Так, вот, без мяча, по-моему... Играть более агрессивно. Где тут с прессингом-то? Контрпрессинг, перегруппироваться... Вот, более интенсивно. Задавим их просто. У нас в городе есть дебри. А, дерби. Где команда Альтаир, команда типа Зенита, команда Звезда, команда бесплатная народная. Понял, понял. Типа как Зенит Спартак, что-то типа того, народная команда. Ну, нормально, если так в городе есть. Почему? Прикольно, что да, есть вот где там, чтобы вот эта вот команда играет, какое-то соперничество. Это нормально. Опасно было сейчас. Я поставил на максимальный прессинг. Они, возможно, будут выдыхаться. Но у меня есть прикол, потому что у меня на замене сильные игроки сидят некоторые. Ох, как красиво было. 10-й гол в сезоне. Уже выиграем. Нужно еще забивать. Ох ты как. Ох ты как. Ну, прям в вратаря попал. Ну, сейчас я в перерыв сделаю замену. Даже, может быть, сейчас. Вот у меня, кстати, Сергей что-то выдохся тут. Вот, вместо тебя выйдет. Да. Эдо выпустим вместо тебя. Так, и вот здесь вот кого-то надо еще поменять. Александр. Хотя можно вот сюда. А, не, Шевченко нормально играет. Так, Дурко. Нет. Тут был нормальный игрок. Вот, нападение. А, нападение нормально. Нет, короче, пока ничего лучше не менять. Ну, типа, да, я играю за народную, они подкупают судей. А, ну они подкупают судей, но они из... Не они, а и родители. В смысле, народная команда подкупает или другая? Дурко. 3-1. Вот и все. Да, тактический изменение принять. Дурко, главное не дурка, я понял. 3-1. Вот и все, мы сравнялись уже по ударам. Так, ассистент, поговори с ним. Все правильно делаешь. И продолжаем в том же темпе, я думаю. Пока нет смысла ничего менять. Раз выигрываем. Только менять уставших, по сути.
Давайте, давайте. А еще лучше, кстати, защитников поменять, которые на карточке висят. Стоп, пока... Было опасно, я понял. Давай-ка поменяем те, кто на карты. Так, вот тебя поменяю. Богатый, мы уже два матча-то... Ага, мы уже второй матч сливаем. Ну да, это, конечно... Это плохо, это нечестно, неспортивно. Ну, то есть вы играете сильнее, по сути, да? Но, типа, все равно им дают возможность победить. Ну да, это нечестно, согласен. Как говорил Пруссак, я слишком молод, чтобы сниматься в «Зеленом слонике 2». «Зеленый слоник», да, дело такое. Хорошее настроение, команда выигрывает. Все нормально. Он, кстати, в атакующий по-прежнему играем. Так, у меня еще одна замена есть. Вот, давай Дурко и выпустим. Вместо нашего, да. Он, да, две голевых отдал. Пускай отдохнет. А какое место? 30 очков. И мы, кстати, приближаемся вот уже к следующему, 8-9 месту. Все нормально, все под контролем. Четвертый. Ты смотри, что творят. Ты погляди, что творят. Шевченок топ, да-да-да. Охренеть. Слушай, у меня вот этот Насанович забил 4 гола. Надо с ним контракт, кстати. Ладно. Пускай. Зато тотал пробили. Но мне предлагали уйти к ним, но я отказался от того, что платить 3к в месяц, не включая за форму. Да это, знаешь, все равно, что перейти в стан своего врага, но... Лучше уж, да, лучше уж остаться. Даже дело не в том, что платить. Даже если есть возможность, типа, есть еще принципы. В этом прикол. Все равно, что перейти там из ЦСКА, Спартак или наоборот. Так. Либо перейти из Реала в Барсу. Ну, ты понял. В блестящей форме. А, кстати, когда у него контракт кончается? Да, он уже, кстати, прошлый сезон повторил. Так, контракт. Информация о контракте. Когда истекает? Истекает в этом году, кстати. Я предлагаю ему новый контракт. Звездный игрок, конечно, да. Согласовать обещание, обсудить контракт. 240 только, к сожалению. Ну, не могу больше. Могу еще бонус за лояльность дать, 1000. Только так. Много просишь. А, давай тебе премию за сыгранный матч подыму. Ты нам нужен. Да что ты какой несговорчивый. Лучше я буду получать форму от спонсора, чем покупать. Ну это да. Форма стоит 10к, да ладно. Серьезно? Неплохо. Так, за неиспользованную замену. Так, увеличение зарплаты при выходе. Давай ему так с ракет подымем. Если он забьет не 20 голов, а 15 по новому контракту. Он ведь сможет сейчас пробить все это дело. Он сразу получит хороший бонус. Вот, все, согласился. Надо потопить немецкий танкер. Немцы танкер потоплен в водах Норвегии. Дермагадзе Кёники из Лютвер. У нас спонсор Патрик, они нам бесплатно поставляют. А, понял тебя. Да, тоже привет. Все, отлично, мы с ним продлили контракт. 5 игр без поражений. Следующий матч у нас с Малевичи. 7 место они занимают. Ну, это говорю, матч с прямыми конкурентами. Сейчас, на данный момент, если мы так 21, мы... Ну, мы, кстати, в теории еще пока на первое место даже можем попасть. Мы в теории даже можем и в плей-офф рвануть. Ну, давайте будем откровенны, нет. Пока не стоит. Нам нужно сейчас пока просто с командой немножко сыграться. Не знаю, буду ли оставаться на... То есть я же на год подписал, на полсезона еще следующего. 4 гола в одном матче, молодец. Что? Новга? А, нов... Ничего, ну, поставь один чат. Нон-РП? А, нон-РП, ну да. Сейчас думал, Нижний Новгород что-то или что-то такое. Да, ну пока что все пока идет под контролем. Кстати, надо проверить, как там чувствует себя Нижний Новгород. Да-да-да. Репутация у нас плохая, кстати, по-прежнему. Но это нормально. Мы просто у нас вот национальная лицензия С. Мы сейчас на Б отучимся. Мы сейчас со временем нормально раскачаемся. На 13-м. Вот
Вот реально, стоило меня увольнять вот ради вот этого? Хотя, подожди-ка, при этом команда... Сколько у вас? 6 поражений. От Краснодара 2, Факел, Урал, Томин, Луч, Енисей. Кого вы победили? Авангард, Чита, Шинник, Сатурн. Шинник! Кто у них играет? В Нижнем Новгороде? Не знаю, надо посмотреть. О, давай тактику посмотрим. Берко, Чоумин, вот этот кореец, которого я взял, Полиенко, Камолов, Калинский, Сапета, Навальный. Эмин, кстати, в воротах стоит. Он, кстати, мы ему карьеру, кстати, дали. Смотри, как он начал. Хотя, смотри, в каждом матче пропускает. Ну, неважно, он, видишь, как свою карьеру. Он, кстати, воспитанник клуба. Так, а вот этот кореец мне интересен. 22 года, он за сборку, кстати, играет. Вот я не зря его подписал, и видишь? Сейчас будет Моргенштерн, Мендельсон без смс или не надо? Не, не надо. Это типа отрывает за все время, только под Моргенштерн считает Степ. Надо? Да не, не надо, не надо. Блин, кореец вот этот, кстати, а что у него по... Отчет есть у меня? Давай отправим, может быть я его перекуплю. Не зря его брал. Там, кстати, в молодежке еще много еще закупил иностранцев. Ну, с Азии. Сейчас отчет придет, разберемся. Так, иметь обязанности персонала. Да здесь все нормально. Купил бы меня. Да у меня нет денег. У меня вообще, по-моему, бюджет минус идет. Там на тебя там сколько-то там, чуть не миллион надо. Или 300 там чем-то тысяч. Сейчас попробуем. Может, мне деньги кто-нибудь выделит. Какой-нибудь щедрый спонсор, мало ли. Все еще остаются проблемы с составом. Ну, блин. Надрыв паховых мышц, паховые грыжи. Вы что там делаете в свободное время? Странно это все. Так, ну да, смотри-ка, в сборную попал. Зеленский попал. Мой нападающий и Шевченко попал. Ладно. Я поговорю с агентом Игнатом, он зарплату меньше сделает. Ладно, ладно. Надо тебе просто плохо отыграть, чтобы ты закончил свою карьеру где-нибудь в белорусском клубе. Может быть, мы, кстати, если бы в высшей лиге выиграли, может быть, ты бы еще согласился. Потому что, ну, мало ли. Красная армия всех сильнее, да. Так, это кто? Даниил Мирошник, кто? А где отчет посмотреть? Так, непонятно. Защитник правый. Отчет скаута. А, типа того, что играет на уровне, да? Вот. Трансферу сомневается, к аренде заинтересован. А что у него за трансферный статус? Не установлен. Ну и ладно, и не нужен мне, у меня нормально мои играет. Зиновьев жалко. Да, да. Зиновьев или Зеленского? Так, новое соглашение, да. Ну, контракт, короче, мы с ним такой дорогой подписали. Он сейчас 15 голов забьет, сразу 1,5 косаря зеленых получит. Ну а что, зеленый доллар? Зеленый доллар. Это что? Это грязная зеленая бумажка, как говорил классик. Глава гвардии сильнее всех у Красной армии. Не было кнопки бана. Мут, а вот у меня есть, это да. Так что да. Я чувствую, что после Нового года у нас в Голубой гвардии у двоих я уберу. Ну, есть те, кто как бы не появляются. Возможно, будем на его место одного кого-нибудь возьмем. Это просто так на будущее. Если кто-то спрашивал насчет модерки, вот. Такой, скажем, анонс-брос я сделаю. Схватка с командой Смолевичи. И дашь мне. Ну, слушай, учитывая то, что вы творите там в Дискорде в РП, я думаю, что это навряд ли произойдет. Игната у него уже убрано, он все равно не заходит. Так, изменим в инструкциях. Да, тактический стиль изменим. Серьезный достаток готовности. Да, о. А что мне с ним делать? Надо тренироваться больше. Сейчас будем заигрывать тогда в дубли их. Так, доступны игроки. Вот это мне надо было сделать. Так, доступен для резерва один тайм. Здесь будет доступен для команды резерва тоже один тайм. Пусть наигрывают. И здесь еще, да? Давай, давай, давай. Пусть играют. Практика нужна. Соединенное Королевство покидает Европейский Союз. Понятно. Удачи. Так, мы играем дома. Команда на 7-м месте. Мы сейчас будем опять начнем от обороны. Так, у нас форма хорошая. Не сглазить бы. По коэффициентам мы лидеры. Но тут равны на самом деле. Тут как повезет. Так, будем играть от обороны. Так, ассистент менеджера.
По составу сейчас посмотрим. Так, Егора ставим в ворота. Так, в нападении все те, кто нужно. Да, все те. Так, кстати, Кочиняну выпустили. Может быть, я вот так... Вот, позиция вообще топ выйдешь. А вот тут нет. Тогда можете тебя поставить просто в атаку, чтобы ты шел. Фланго-полузащитник, атака. Нет, не так. Крайний полузащитник, атака. Вот, типа так, что ли. Я предлагаю решить все честно. Кто победит шахматы, тот станет модером. В каких шахматах? Что? Так, ладно, оставим все как есть. А давай вот так вот попробуем. Ну, асимметричная тактика, ничего страшного. Так, я... Так. Вот еще вот тебя на замену. И все, можно играть. А, ему не хватает остроты действия, ему будет трудно доиграть матч. Нормально, если что, заменим. У нас тактика такая, да, если посмотреть. Какая-то вообще странная. Так, вы что у нас? Одного нападающего, два крайних. Ладно. Сетен пускай разговаривает. А мы разберемся. Надо разобрать, кто какой модер будет отвечать. Ну, это, кстати, да, потому что... И... Да я, короче, буду этот вопрос решать. Так, оборонительный, но прессинг будет пока сразу на максимум поставить, чтобы потом не менять. Так. Ну что это было вот такое? Пока что будем от обороны, там они немножко, может быть, подсядут, и мы в атаку перейдем. В случае победы мы, ну нет, мы не приближаемся к девятому месту. Всем привет, меня зовут Влада 4. Какой кошмар. Надеюсь, ты банан не сделаешь модом. Нет, он никогда не станет. После того, что он натворил в Дискорде, он никогда не станет. Все, это пятно на всю жизнь. Это да. Какой кошмар. Хорошо, что я это не слушаю. Фига, у них там форма. Белый, синий, красный. Что-то они, мне кажется, да. Что-то тут не то. Да, я, к сожалению, да. Я, скорее всего, это скипну. Вот и гол пропустили. Да ё-моё, Юрий Музыченко. Это который Дзиката, что ли, забил? Он уже играет за Смолевича. Понимаю, понимаю. Да, жизнь потрепала чувака. Он уже играет за них. Так, переходим в атаку. Сейчас, походу, второй слой. Ну как? Такайся. Если ты про музыку. Ну, опасно, конечно. Так, быстрая замена нужна. Да. Александра выпустим. Что-то, да, не выдержал. Отыграть тайм. Ну ладно, мы, в принципе, тут прессинг большой сделали. Сейчас, может быть, еще нападающих там подкинем. Я уже привык побеждать. По ударам, ну, в принципе, нет. По ударам они нас перепинали, кстати. Так, разберемся. Ну, рано или поздно мы все равно проиграли. Что, я думаю, может быть, научиться играть на фланге? Понятно. Я как Гаррит Бейл, ну да. Пацаны в сверхатакующие. И давай по тактике сейчас изменения сделаем. Нет, не... Блин, другие... Блин, как мне тактику в другом месте поменять? Подождите. Сейчас я разберусь. Вот. Так. Вот на твою позицию бы кого-нибудь выпустить. Вот, Дурко выйдет. Два атакующих. И все, пока. Пока ставлю так. Так, что в итоге по поражению? Мы слетаем на 11 место обратно. Плохо. Это плохо, да. Походу, первое поражение в сезоне нам светит, да? Я хочу быть как Ларсен, в итоге я Соболев, ногами гибкий, как Понс. Тебя понял. Ну что это такое? Ну забейте хотя бы один гол. Ладно, я согласен на ничью в этом матче. Ну что это? Надо в нападении еще кого-нибудь поменять. Хотя бы мне нападение... Нет, вот этот чувак выдохся. А, я тебя уже выпустил. Все, я понял. Тогда мне надо нападающего менять.
банановый микс. Мы сверхатакующих не можем продавить, что плохо. Играть осталось немного. Эх, Музыченко, блин. Я когда ложные делаю, это получается красиво. А-а-а. Вот, контратака, можно... В створ мало бьем. Ну, слушай, по сути, 4 матча не проигрывали, а тут проиграли. Ладно, нормально. Нормально будет. Лучше тогда уж 1-0 проиграть, да. Лучше проиграть 1-0, чем там 4-0 или 5-0. Какие у нас там были приколы так, за Нижний Новгород. Вон, Арсенал Дзержинск 5-1. Что это? А, ну правда он, да, последнюю команду обыграл. Ладно, опять травмирован. Короче, да, Хрустальный оказался. Химик Сосногорск впервые проигрывает после серии 5 матчей без поражений. Вот вы прям, да, без ножа режете. Следующий матч с Лидой, который на третьем месте идет. Понятно. Но я играю в основном на ложной девятке, когда горим крупно, как черта, но я играю в атаке. Понял тебя, понял. Не, мы когда играли в футбол, у нас было проще. Ты в вороте, ты в защите, ты в нападении. Все, и защита нападения у нас. У нас народу не хватало никогда. Ну, мы в деревне играли. Вот. А то бывал еще из ворот вратарем выбегающий, играешь в поле. Я отходил надолго, что со мной? Да нормально все с тобой, понемножку играешь. А, так. По составу. Ты, по-моему, не забивал. Но 5 игр отыграл у нас в этом сезоне. Оценка 6,3. Ну, выше среднего, скажем так. Мы играем по современной тактике. Давай я тебе помогу с составом. А что с ним? А что про меня говорят? Да вроде ничего плохого не говорят. Так, вот. Просмотр корейца. Отчет скаута. Данный момент играет на хорошем уровне. Располагает их. Вот. Стать неплохим игроком для Беларуси. Не хотят продавать. А, ничего не известно. Он не зарегистрирован. Вот, я поэтому хочу. Давайте, ребята. Давайте, трансфер. Сделать предложение. А, разрешается подписывать игроков только из Беларуси. Что за прикол? Ну, так неинтересно. Бавария самый сильный, наверное. Я сейчас мало, в принципе, слежу за этим всем. Ну, да. Учитывая, как в прошлом году они в Лиге Чемпионов там разносы устраивали туда. На групповом этапе, так. Что, хочет пройти меньше времени на тренировках? Ничего не знаю. Не хочет он. Играй в 3 защитника. Что? 2 выше на фланге. Ливерпуль самый сильный. Но то, что они победили. Так, давай-ка посмотрю. 3 защитника. Что? А что за 2 вещи? Или 2 выше ты имеешь в виду? Это можно было бы... 3 защитника нужно узко играть, судя по всему. Ты чё, Лида, не из Химик Светогорск? Нет, я Химик. Это я против них буду играть. А, 2 выше на фланге, это типа вот так вот. У меня, наверное, сейчас на эту позицию народу не будет. 2 полубокса, это вот так? Наверное. 1 ложной девяткой, 2 напа. Вот так, наверное, ты имел в виду. Я вообще посмотрю, мне состав вообще по такой тактике соберется. У меня вот типа вот эти фланги открыты получаются. Хотя можно вот эту опустить просто. Нет, ты будешь оттянутый форвард. Ага, еще хуже стало, я понял. Лучше стал уж выдвинутым будь. Богдан, тебе тоже признаешь, я только хочу попить нечаянно. Начиная пить, успевая сделать несколько глотков перед тем, как прочувствовать, что она кислая и газированная. То ли сыкует теперь что? Что? А что с тобой случилось? Покажи меня. Ну, ты, по-моему, на замене сейчас по этой тактике сидишь. Здесь вот проблема с этим будет. Вот то, что здесь надо этих игроков. Может быть, тебя... Поддержку? Нет. Тебя, походу, надо в атаку ставить. Нет, они не вытаскивают по такой тактике. Мне надо подбирать новых игроков, судя по всему. Играй без флангов тогда. То есть без этих защитников ты имеешь в виду? То есть можно... Или как? Может, надо было вот так поставить сюда. Одного еще на позицию либеро или либеро, как там у них есть, оттянутый. Типа, да, вот. Вот так, один просевший, чтобы был. Но это, конечно, да, это... Я не знаю, что сейчас будет с этого.
А, он вообще не тащит, кстати, на этой позиции. Нет, а центральный защитник будешь. Я же сказал, вода, которую попил, кислая, позже она как будто газированная. А, понял тебя, понял. Ты меня покажешь? Ты на замене где-то. Ты где-то на замене. Не знаю, сыграл ли ты хоть у меня несколько матчей. 4 матча. Не безрезультатно, скажу так. Вот. Твой рейтинг, а я не знаю, как тут. Ты поймешь, я просто в этих рейтингах так. Ну, агрессивность 14, лидерство 13. Это из высших. Координация 11. Рабочая нога, только правая. Вот. Молодой нападающий, бьет с любой позиции. Такие вот дела у него. Статы говно. Я понял. Может быть нам... Блин, ну это будет, конечно, мне кажется... О, это нет, это плохо. Сейчас что-нибудь подберем. Как говорят, в магазине где-нибудь. Еще хуже стало, какой кошмар. А, надо, наверное, просто поменять. Вот так может быть. Если вот еще натянутый поставить. Фланговый полузащитник, оборона. Вот, типа того. Саныч хорошо забивает, да-да-да. Кого на полузащитника? Так, способ предложенный состав. За центре защиты нормально. Ну, надо попробовать, в принципе, на матче, и все. Только будем играть от обороны. Сейчас посмотрим. Тебя в центре убьют. По-любому. Покажи мои статистики, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Сейчас у меня игра сохранится. Да. Мне кажется, проще будет оставить просто, да, все как было. И не рисковать, иначе мы нас опять будем искать. Так, нуждается в отдыхе. А давай, кстати, сейчас отправим. Так, тренировки, отдых. Давайте отправлю на неделю вообще. Так, в состоянии Иванов. Отчитался, все хорошо. Так, какую посмотреть? Кого? А, Александру. Твои статистики вот. У тебя импровизация 13, природные данные 12, скорость 13, ускорение 11. Вот. А, храбрость 17. Вот. Она прям вообще мощная. Там с левого фланга будут смеяться. А, смеяться, смещаться в центр, навес тебе ГГ. Да, короче говоря, так, походу, надо тактику оставить, просто которая была. Все-таки 4 защитника, а может даже и 5. А если в 5 попробовать? Так. 5-4-1, и они не затащат, там поддержка нужна ему. Нет, мало. 5 защитников, это слишком жестко. Сейчас попробуем. Опа, не знаю, прокатит, не прокатит, пофиг, если стрим будет удален. Просто сабатон там бывает при приколюхе. 5-3-2, можно автобус. Ну или так. Так, так, так. Вот здесь что-то какая-то проблема, да? Зато смотри, здесь проблем нет с взаимодействиями, да? Полузащитник бокс-тук-бокс. Вот так вот поставим. Прям как в реальности, очень храбрый полузащитник мой, хорошо. Я всегда играю в 3 в центр, защитник и 2 по флангу. Ну давай попробуем вот эту тактику поиграть, там посмотрим. Они сейчас, может быть, что натренируют ее, и все, нормально будет. У нас уже матч вообще-то скоро. Так. Денис Лебедев, кстати, который вратарь, он очень плохо тренируется. Он вообще играл в этом сезоне? Да, он за 16 матчей пропустил 24. Но он, кстати, хреново играл. ПК Береза, понимаю. Какой я позиции? По-моему, на замене, но позиция, по-моему, как ты и просил. Ползащитник правый атакующий. Вот. Ну и, соответственно, на самой просто правый. У тебя мисс будет то, что любой заброс и слив. Да посмотрим, все нормально будет. А, кстати, знаешь, как нас сделать? Можно девятка у нас. А, нет, у нас не оттянутый форвард стоял. Вот, вот так. Лимон на нас в нападении. Под этой тактики выходит. Что-то очень много сообщений. Ой, убытки. Так, новый контракт. Егор Радзаевский подписал. А из-за как он продлил? Просто с ним сами не сделали. Кого-то мы потеряли, ладно.
Так, вот надо предложить контракт те, кто у меня уже топовые считаются. Так, и сразу на 2 года, да. Нет, 2 года, чувак. Хотя зарплату подниму. Все, отлично. Самых топовых я сейчас с ними продлю. Денис Лебедев. Нет, у меня вратарь нормальный, я с ним буду. Вот с этим активируем продление. Невыразительная игровая форма. Ну и все, значит. С игроками запас не буду подписывать. Я 30 минут отойду. Ну давай, давай. 2 опорных. 2 с фланга. 1 атакующий полузащитник. 1 центральный нападающий. 4-2-3-1. Может тоже какой вроде. А что, они будут играть тактиками Зенита? Так. Что у меня? Удовлетворено моей работой. Да, нормально все, я же знал. Так, они фавориты. Мы, короче, явно, типа, проиграем в этом матче. А, так, так, так. 4-2-3-1. Ну, я понял, как мы, в принципе, так делали уже. В принципе, можно так и оставить, как мы делали. Вот, типа, вот такой тактики. Давай так сделаем, все. Все, хватит менять. На скорый матч мы тактику меняем. Они даже не успеют подготовиться. Вот только вот эти чуваки не могут сыграться. В этом вся проблема. Так, я что-то скипнул лишнего, да, судя по всему. Извиняюсь. Заранее. Сергей Лебедев травмирован. 6-7 недель, вывих лодыжки. Понятно. Короче, у вратаря у нашего, да, кто там у него. Хорошо, только под... Что? А, только потом. Денис Лебедев, короче, выпал на 2 с лишним месяца. Понятно. Мы его больше не увидим, судя по всему. Так. Готовимся к матчу, отлично, хорошо. А вот и матч на выезде. Будем от обороны играть. О, они все матчи выигрывают, да ладно. Я понял, шансов мало. Так, будем играть в оборонительный. Без мяча, давай попробуем прессинговать больше. О, у меня какой защитник травмировался. Да ё-моё, что началось? А, так это защитник, а не вратарь травмировался. Все понятно. У меня несколько Лебедевых просто играет. Поставим вот так. Все вроде по составу. Так, Александр. Давайте я на замену. Шевченко куда-то еще может встать у нас играть. Ну да, с замены только выходить. Погнали. Попробуем я вас снова поставить. Блин, я только сейчас прочитал. На замену, наверное, все-таки. А просто этот чувак, он тоже нормально тащит. Он у нас что? Не знаю, что это значок и что это означает. Ну да ладно, разберемся потом. Тащить под этот музон. Посмотрим, посмотрим, как будет. Команда сильная вообще-то. Играем от обороны. В случае победы мы вернем себе, может быть, даже 9-е место. А, они просто матч не сыграли. Ну, 10-е, значит. Ну, обыграть Лиду, который выносит всех там. Не знаю, такой себе. О, какие у вас формы сливающиеся. Я в какой играю? Судя по всему, в красных футболках. Сейчас посмотрим, что будет. Чего там, пенальти, что ли, какой? Что-то так загудели. Мы еще и на выезде. Плохо. Пока что... Блин. Ну это стоило ждать. Что, не засчитали? Лол. Так им и надо. Сейчас они немножко побегают. Если мы, конечно, пропустим. Все, переходим в наступательный теперь. Теперь надо самим пытаться огрызаться. Мы ни одного удара не нанесли даже. Блин, атакует только меня. Заметил? О, эх, я думал сейчас будет... О, атака пошла. Давайте, давайте, давайте. Может... Почти. Ну, хотя бы первый удар по воротам сделали. Я уже радуюсь этому. Замечательно. Вратарь, кстати, нормальная у него оценка, да? 2 удара, ни одного в створ. Нормально. Продолжаем пока так же. Сейчас, может быть, немножко перехватим инициативу.
Так, вторая желтая карточка в сезоне. Неплохо. А, так это по моим воротам били. Да. Нет, что-то у них не получается. Они меня прям возят по-жесткому. Ну, слушай, ничья в этом матче, это, кстати, хороший результат. Да, неплохо. Ничья была бы неплохим результатом. Первый удар в створ вижу. Давай попробуем сейчас в атакующий перейти. Рискнем. Лучше проиграть 1-0, чем пытаться, скажем так, не пытаться бы победить. Вот. Вот так. Кстати, может замену сделать. Сейчас посмотрим, что с атакой будет. Хорошо. Эх, вратарь вытащил. Так, мне надо вот этого чувака. Так, на Александра выпускаю. По поводу нападающих, давай... А, у меня нет нападающих, что ли? Андрей Михайлов, Кирилл Сакуров выйдет. Или Шакуров. Две замены сразу же. Давайте, давите. Вот и все. Вот и все. Оборона. Встаем. А, по... Так, так, так. А... Без мяча. Где там сделать, чтобы мы время тянули? А, вратарю замедлится. Темп игры снижаем. Затяжка времени. Часто, по возможности, тянем. Нам надо отстоять. Кто забил? А, не знаю, кто-то забил просто. Блин. Они отыграли. Давай попробуем опять в атакующий перейти. Ну, в любом случае, ничья тоже неплохо будет, я думаю. По такому-то матчу. С таким соперником. Это норма. Но мы уже в плей-офф не попадаем. В смысле, пеналь? Я пытался. Я решил начать сейв за Лока. Буду поднимать Лока. А у нас забил Насанович. Или Насанович. Который больше всех забивает. Давайте, пацаны, все в атаку. Просто. Да ладно. Ничья, да ладно, вы чё? Вы чё, матч с... посмотрели, как мы с ротором играли? Опасно, опасно, опасно. Не давайте им пробить. Слушай, а так ничья-то по такому матчу нормально. О, какой заброс. Продолжайте, продолжайте. Давите их. Держат, кстати, мяч. Держат пока мяч. Ух ты, чего, удаление, что ли? Нет. Пацаны, держите хотя бы ничью, кстати. 10 ударов, 4 в створ. И мы сейчас давить начали. Так, 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 так. Ну, почти же. Даже у Дэба есть свой ТикТок, у меня нет. Я думал, типа, может быть, я сойду с ума и сделаю, но пока я не готов к этому. Не, не надо, Моргенштерн, зачем? Он будет разлагать атмосферу. Не, ну по такому матчу, слушай, они могут... Да, мы у них отобрали очки, я вам так скажу. 2-2 сыграть. Слушай, у нас здесь пока что тут, скажем, успешно идет. Да, конечно, 11 место, но... По, скажем так, по матчам, которые мы сыграли, мы идем хорошо. Почти, да. Следующий матч... следующий матч у нас с лидером. ФК Слоним. 2017. Ладно, сейчас уволят, да не уволят, нет, я еще, походу, нас, мне еще контракт будут предлагать. Если, конечно, на следующий сезон, сезон не солью. Андрей Тихонов тренирует Спартак, серьезно? Интересно. У нас зато самый лучший бомбардир играет. Где тут статистика по игрокам? Да, а, нет, тут Юрий Музыченко, лучший бомбардир. Мой, а на мой на каком? Где бомбардиры все глянуть? Не знаю, где это можно посмотреть. Ну ладно. Ну, у нас он тоже много забивает. Так, отдых будет. Ладно. А с какое сейчас время вообще года идет? А, октябрь. Скоро сезон уже закончится. Так, обновленный отчет от Трампа. Все понятно. Перспективы не видно. Это у кого? Денис Лебедев, который вратарь
Никаких перспектив, понимаю. Ну и ладно. Все больше слуг ходит вокруг Дениса Лебедева, в котором в ближайшее время истекает срок контракта. Что? Собирается предпринять клуб? Я ничего не буду с ним подписывать. Он покинет наш клуб. Кстати, его надо продать, по идее. И все. Так, подожди-ка, где он, где этот чувак? Надо сразу на трансфер выставить. Заодно денег хоть срубим. Все равно не играет. Предложить клубам? Да, 350, цена, это мощно. Ну, давай хотя бы, я не знаю, 150 поставим. Бан на 7 недель, кому за что? Я кушать до встречи, когда приду, скажешь мою статистику или даже покажешь. Ладно, ладно. Так, а мы сколько стримим-то вообще? Где-то с 7 часов. Я просто там думаю, наверное, сегодня может быть часов 10 закончить, потому что... Лучше пораньше, да, чтобы завтра нормально провести. Завтра тоже в это же время, но что это будет, не знаю, посмотрим. Ну, здесь хотя бы интересно есть, здесь мы хотя бы не так хреново играем. Но за нижней было больше эмоций, вот в чем прикол. Хотя здесь тоже эмоций достаточно, я вам скажу. Так, ни одного предложения. Так, давай-ка добавим в трансферный список. Еще раз его предложим клубам, но подешевле. За 120. До конца недели отдаю за 120. Как когда тачки продают, так пишут. Так что все нормально. Да никто никого не уволит, нормально все будет. Никаких предложений. Пускай сам разговаривает. Так, мы оба понимаем, что твое время сочтено. Он лидер команды. Я готов сразу же сесть на телефон. Ну зачем же так? Я скорее всего отсюда уйду. Давай, удачи. А, пак, по-моему, у меня глагать будет, мне уже говорили, и у меня по характеристикам коф не выдержит. Будет что-то типа наподобие, когда я играл Бравла. Типа он требовательный, как мне говорили. Так, Денис Лебедев, да я знаю, что он не играет вообще. Бравл лагает, предлагаю в пятницу начать совместно играть. Но я в пятницу-то уже все пропаду, я в пятницу, субботу не будет. В воскресенье я вернусь. А в смысле, а во что я имею в виду совместно играть, что ты предлагаешь? Бог накажет, да. Рекомендация. Что считаешь, что тренировочная нагрузка команды слишком низкая? Это Эдо Коченятов считает? А, я могу в таком случае ему просто еще дополнительную роль дать. А, допустим... Нет, а где там... А, вот, дополнительное направление. Давай удары будешь тренировать. Вот и нагрузка повысилась. Типа Майнкрафт на телефоне через Xbox. Как-то. Давай Хойку все вместе народ собрать. Ну, люблю тренировки. Понял тебя, понял. Хойку-то можно. Надо попробовать. Заодно хоть поймем там, да, как кто там с компом, как кого как будет тянуть. Вот это все. Так, что? Сергей преодолел пик своего мастерства. Ну все, понятно. Сколько тебе лет? 34 года! А ты вообще играешь? Он, кстати, не играет, по сути. А может быть, вообще его уволить? По обоюдному согласию. Пошел вон. В смысле нельзя? Он не согласен, что ли? Но он нам не нужен. Есть предложение Xbox на телефонах, там может совместно играть с друзьями. Я сейчас даже не представляю вообще, о чем ты, как вообще это все. Только Игнат, не зови, у него и нет сдохнет, как и ноут. Да это я предполагаю. Я также сам играл, когда я отставал на 1000 часов по сетке. Не удовлетворены качеством тренировок в последнее время. Что с вами не так? Сейчас я вам устрою. Не удовольны они качеством тренировок. Ну-ка, все. Сейчас я вам устрою качество тренировок. Так, так, о, меньше отдыха. Народ хочет тренироваться, ты прикинь. Так, где у вас тут отдых был? Сейчас я вам оставлю. Так, вот здесь отдых, да? Скоростные качества. Здесь силовые упражнения. Здесь выносливость. Вам выносливость. Еще пока хватит на этой неделе. Недовольны, ты погляди-ка. Построим герцогство Грейса. А может мне физически тренировать, чтобы не травмировался?
Ну я вон там сейчас что-то поставил. Получается, пятница по воскресенье главное, и что? А, ты да. Ну, воскресенье-то я уже буду здесь, к вечеру. Ну, типа того. Так. Так, что? Которые через 12 месяцев могут будут считаться местными воспитанниками. Ну, все хорошо. У меня смотри, сколько в основном в составе играет. Александр, Егор. И все, да? Здесь дубль. Ну, дубль я не смотрю, он мне не интересен. О, круто, ну да. Сделаю сервер ГУЛАГ. А он, в принципе, там и не заканчивался, с одной стороны. Так, предматчевые рекомендации по тактике. Окей, хорошо, принимаю. А, мы же с лидером играем, вот поэтому нам дают. Они за это переживают. Так, а что у нас по тактике? Ну, нормальная тактика, только мы сейчас поставим оборонительный, и все будет норм. Так, и вратаря, да, опять меняем. Вот это еще чувака Шевченко, который его бы поставить на другую позицию, но он нигде не может играть. Еще. Так, вот, кстати, тебя тоже можно поставить в центр. Ты там натренируешься. Там потом это дело возьмем, если меня не уволят, конечно. Так, а тебя на замену пока. Погнали. Я подумал, можно целым составом сесть в дисбат. Да, такое было в наше время. Проходили через это. Пол сервера сидело. Половина сторожил. Так, у нас форма хорошая. У нас была одна... Да, у нас, смотри, три победы было, потом поражение, потом ничья. Они последний матч сыграли в ничью с Барановичем. Ладно. Ну все, погнали, пацаны. Не хватает остроты в действиях, им будет трудно доиграть матч. Заменим, если что. Что-что? Шарлотта, Орех и всех, кто активе, да-да-да. Гитлер, ты один из главных кандидатов на модерство. Где именно ты имеешь в виду? Сейчас опять травму получу. Посадить на день-два банану, как психу. О, если банана посадить к Ореху, там начинается кипиш, я помню. Там просто было как в зеленом слойнике. Я не буду с ним сидеть, нет. Типа такого. Ну что, да, верим в команду. Так, у нас пока, да, мы на оборонительный идем. Ну, по той же самой тактике, как мы с предыдущим клубом играли с этим, с Лидой. Если, конечно, ну с Лидой вообще ничего затащили, так что вообще нормально было. Что нам дает победа? Ну, скачок на временно на 9 место. Когда-то дисбати на 2 сервере сидел... А, на втором сервере сидел где-то 2 дня. Ни за что. Это нормально. На, у нас на сервере это нормально. Ну, они явно, да, ждут победы в этом матче. Опасно, но он в стенку попал. Вот видишь, вратарь-то у нас заиграл. Он все, теперь у нас основным будет, судя по всему. Сидеть на дисбате ни за что, это нормально. Это почетно у нас на сервере. Там, в принципе, за это и сидят ни за что. Ох ты, я что, в крестовину попал, что ли? Так, а что по желтым карточкам? У нас две. Но мы еще скинем вот этих защитников, которые висят на карточке. Я не посмотрел, кстати, а кто там у нас фаворит. Явно не мы. Так, раздевалка, поручить ассистенту. Сейчас замену будем делать, наверное. Так, а как там себя чувствует? Ну, готовность к матчу 81 пока. А, риск травмы низкий. Ну и норм тогда, все можно оставлять. Вот кто висит на карточке, того бы можно было поменять. Ну, от греха подальше. Хотя бы одного поменяем. Можно всякие ивенты ставить в Дискорд. Я, кстати, не представляю вообще, как все это. Если под этим роликом будет около 30 лайков, я в Дискорд скину свои оценки четвертные. Нет, под этим не будет роликов столько лайков. Даже через неделю столько не будет. Это мы уже проверяли, это мы знаем. Так, так, так. Нормально все. Держим, держим. Мы, кстати, от обороны играем. Давай-ка сейчас в атакующий попробуем. Может, мы сейчас какой-нибудь шальной гол-то закатим. Или нам. Я знаю, поэтому и сказал. Да ладно. Он сам не понимает, как это случилось.
Вы что творите, ребята? Вы как бачка? Вообще. Еще один заброс. Эх, а мог бы второй сейчас забить? Маэстро заиграл в голове. Да-да-да. Да, эта музыка влияет. Кстати, да, возможно. Это как мы играли, да, когда вчера в койку я включал тему Коминтерна. Мы все время проигрывали. Так, чувак их нервничает, это нормально. Так, давай с желтой карточки тоже поменяем. Так, держите их тогда. Может быть, мы даже и выиграем этот матч. Но это не точно. Скорее всего, ничья будет. Слишком рано мы в оборону сели. Мы хотя, может, в наступательный немножко перейдем. Я же говорю, на Саныч топ. Это да, это точно. Что эта победа нас выкидывает на 10 место. Если еще Орша проиграет, то, возможно, мы даже на 9 поднимемся. Атакуй, лучше оборону, это атака. Ну да, да, да. А вы тренерскому штабу. Вы слышали 8-ю симфонию Чайковскую? Да, и только 6-ю урыла закопал. Это я видел этот прикол, да. А ее типа не существует. Да, не благодари. Лучше оборона, это оборона. Тихо, тихо, тихо. Если вы еще... Я должен признать, что не ждал другого результата, кроме ничьей. Но футболисты клуба «Химик» Светлогорска опровергли мой прогноз. Я сам в шоке. Мы, походу, поднялись, да? Мы на 10-м. Если сейчас Орша, да, она проиграет, то мы на 9-й выскакиваем. А тут уже, смотри, в принципе, до 8-го можно рвануть. Так, я сейчас просто просчитываю все варианты. 4, 12 очков, 46. Ну, нет, мы не попадем уже в плей-офф. Ну, хотя бы ладно. Я в плане тактики разбираюсь. Что? Открыто достиг совершенства? Где? Какой-то пришло, да? Ачивка? Ладно. Вот это прикол. Сейчас надо следить, как Орша сыграет. Дисквалифицирован. Так, так, так. Орша у нас еще пока не играла. Ну, прям, знаешь, как будто мы там... А, у нас следующий матч, кстати, очный с ними. Через 6 дней. Так, я предлагаю пацанам дать один день отпуска. Один день только. Этого пока достаточно. Грейс играет в простой рабочий футбол. Ну да. Типа того. Орша играет с Локомотив Гомель, но они, скорее всего, их выиграют. А еще на концерты приходи. Да, они их выиграли. Но получается, ну, в теории, в каком-нибудь, если мы в следующем матче вот в очном выиграем, мы можем на 8-й подняться. Будет интересно. Будет интересно посмотреть на это. Ну, эту группу я знаю. Но только... Это, походу, как называется-то, кавер тоже. Что-то она вырубилась. Так, что тут у нас? Какой отдых? Они недовольны тренировками. Тренируем выносливость. Здесь выносливость. И еще раз, выносливость. Что тут у нас? Интенсивность высокая, да. Ну, вы сами хотели высокие тренировки. Я играю в заброс или вывожу на мастерстве футболистов. Понятно, понятно. Валить ами... Вот, вот, и кто там спрашивал, что там со мной? Вот. Хорошо, обучение, надо похвалить его. Александр Амельченко, да, делает успехи. Риск получения травмы, нормально все. Так, Кундро, это реально белорус? 23 года. Из Витебска, ну да, нормально все. Кто-то опять травмировался. Да сколько можно? Я думаю, что вот этот матч будет последний на сегодня. Вот сейчас мы сыграем. И да. Будем уже в следующих стримах продолжать. Ну, слушай, в принципе, в Беларуси мы пока что успешно идем. Это хорошо. Он стоит в FM 30 лямов, а в реальности по 100 миллионов. Да? Неплохо. Да, все идет по плану. Так, что? Еще один, так. Фомин хорошо тренируется. Или кто там? А, нет, не Фомин. Иванов. Так, кто у нас тут? Семен Кальбенко травмировался. А ты вообще играешь в основе или пофиг? Да, он в основе играет. Центральный защитник. Ладно, иди к врачу.
Мы найдем тебе кем заменить. У нас слишком много травм. Это, видимо, из-за того, что мы слишком много тренировок делаем. Ну, знаешь, выживают же сильнейшие. Что тут поделаешь? Так, какой-то трансфер нам прилетел, да? Предложение о покупке Владимир Путин с командой Химик. Аж... что? Ашмияны и Андердог. Андердог — это те, которые мои... Иди, я в Андердог. Так уж и быть. Это тот, который наш фарм-клуб. Купи азербайджанца, чтобы Реал был в шоке. Я вернулся. Да, кстати, тебя тут похвалили на тренировках. Так что все хорошо. Все идет по плану, да. Так, а в этот клуб нет, не будем. Нет, нет, надо мне все отклонять. Мне надо одно только. Здесь я согласился, а вот в этот клуб я не пущу. Покажи меня. Вот. Ну, мы смотрели. Храбрость 17, импровизация 13, природные данные 12, скорость 13, ускорение 11. Не знаю, что-то изменилось, нет? Не знаю. Так, это позиции. Тогда как-то в тренировках можно еще тут все это дело как-то. Знаете, а что в тренировках? Кто может все это, да, дополнительную позицию взять? Я, по идее, бы тебя тренировал вот на крайнюю правую. Дополнительное направление, да. Выносливость. Давай будем тебя тренировать. Хотя, подожди-ка. Я не знаю, как это работает. Интенсивность. Нормально поставим. Не знаю, что я сделал, на самом деле. Грейс покупает футболист по принципу, где играл, что он там был сезон. Сезон все равно. Ну да, да. Типа того. Ладно, все идет по плану, не переживаем. Сейчас еще, да, резерву дадим поиграть. Пусть тоже разминается. Так, матч у нас с Оршей. Это у нас очный поединок, прошу заметить. А мы фавориты, кстати. А, у нас форма непостоянная, ну и у них тоже. Так, по тактике. Тактика, в принципе, у нас уже как бы наигранная. Мы вроде с ней нормально идем. Так, некоторые моменты надо тут будет, да, поменять. Шевченко, кстати, можно замену выпустить, а вот... Так, вот так я сделаю. А его пока никуда. Так, еще у меня кто-то еще есть, кого можно выпустить. Лимон на нас будет на замене сидеть. Подожди-ка, где у меня? А, Эдо уже играет, все понятно. Кстати, ты знал, что заболотный воспитанник ЦСКА? Да, я знал. Я даже видел фотки где-то. Так, мы сразу идем в атакующий. Видел фотки, что он в форме ЦСКА, да-да-да. Знаешь, типа обвертка ЦСКА. Кого? Обвертка, не знаю, кто это такой. Я забивал, пока что нет. И Владимир Старцев не хватает старты в действиях. Ничего страшного. Я в центральной позиции... А, что, не очень играю. Ну, тебя, видишь, игра ставит на эту позицию. Но зато ты получаешь практику. Там, если что, со временем, может, что-нибудь придумаем. Так, у нас тактики, кстати, одинаковые. Кто это? Федор Сафон, лучший бомбардир. У них. А где наш лучший бомбардир? Он вообще, по-моему, лучшая оценка и лучший бомбардир. 14 голов за 23 игры. Ну что, погнали. Ставь ложную девятку. А ускорение увеличилось, да? Я что-то не обратил внимания. Я никогда за этим не следил. Ложную девятку. Сейчас разберемся. По ситуации посмотрим. Это очный поединок, да. Я чувствую, мы первый пропустим. Скорее всего. Так, что это ничья нам дает? Ничего. Нам нужна победа, да. Тогда, возможно, мы поднимемся в турнирной таблице. А я просто усиленные тренировки взял. У меня там что-то половина народ сломалось после этого. Давайте, пацаны, давите их. Ух ты, какая сейчас контратака будет. Держи его. Просто повезло. Вы видели, что сейчас было? Цой с тобой, да. Цой как 12-й игрок. Угловой. Ну давите, вы же можете забить. Или мы всегда начинаем в обороне, а потом начинаем, да. Просто сейчас, походу... Блин, ну дальним положил. Или шестерка ставит, даже такой есть. Нет, ложная девятка, ты представляешь, что такое? То, что там ложная шестерка или какая? Бубновая шестерка. Какие они там есть.
чё по ударам-то? Ну плохо с ударами. Попробую сейчас всех вас сверхатакующий рвануть. Забить один гол, немножко успокоиться, переставить. Вот. Вот и все. Ну хороший заброс они на него сделали. Отлично. Надо побольше прессинга, и может быть еще будет лучше. Так, так, так. Без мяча. Играть более агрессивно, предлагаю, да. А с мячом. Так. И темп игры нарастить. Сейчас мы им устроим. Они не выдержат. Прям высокий. Голевой пас от меня. А сейчас посмотрим. Где можно посмотреть анализ? Ой. Ох, ты еще. Вот, кстати, ты гол забил. Ты забил гол. Да, ты сделал голевую передачу, забил гол. Вот так вот. И, кстати, Александр тоже сделал голевую передачу. Так вот, все, воспитанники начали, да, забивать. 2-1. И это нас что? Нас выводит на 9-е место. А вообще, по идее... А, мы, наверное, первый матч проиграли. Так бы мы и на 8-е, наверное, вылезли. Но это, походу, пик наш. Мы выше не сможем подняться. Неплохо. Меня это устраивает. Звучит, как актер из фильма «Бумер». Да-да-да. Есть что-то такое. Так, давай к сверхатакующему наступательно перейдем. Сейчас, возможно, будет замен делать. У меня на желтой карточке народ висит. Давай, давай, давай. Держим мяч, это нам на руку. Неплохо. Все по заменам. А, вот Владимир Старостин что-то... А, тебя некем заменить. Да, это поменять центрального защитника на более свеженького. Смотри, мое сообщение выше, шутки про бумер. А, ставь ложную девятку и шестеркой ставь. А-а-а! Все, понял, откуда это, понял. Я что-то знакомое. Все, все, все. Я понял, это с фильма фраза. Желтая карточка. Тебя что, удалят, что ли, сейчас? Нет. Надо еще замену делать. У нас очень много на карточках сидит. Ну, потому что мы агрессивно взяли атаку. Но мы их по-любому за счет этого морально сламливаем. Давай-ка тебя лучше поменяю. Потому что желтая карточка, да, она может автоматически превратиться в красную. И Александра тоже поменяю. Все, походу, я замену использовал. Смотри стату меня, Марата и Белого. Кстати, да, Ивана мы вообще давно не смотрели. Посмотрим, да, вот как раз после матча. И, да, думаю, на этом закончим. Да, легенда Нижнего. Опасный запрос был. Только там никого не было. Игровой пас и желтый карточек. Слишком активный. И 3-1. Посыпались. Вот как пацаны начали играть. На 8-е место, кстати, мы вылезли уже. Вот понимаешь, я пришел и клуб поднял. А эти неблагодарные меня выгнали с команды. Они мне не дали шанс. Вот так вот. Ну это, походу, победа уже, да. У нас есть преимущество в пешке за болото. А я где? Где-то там. На замене, наверное. Подожди, что, еще будет атака? Давай, давай, давай. Громите воршоп. Нет, не получится. А вот контратака у них, да. Ну, мы можем, в принципе, позволить один гол пропустить. Это все Цой, да. В смысле, еще одна желтая? Да, что-то я прям желтых нахватал в этом матче. У меня замен нет, если что. Сейчас, походу, полкоманды без зарплаты будет. Ну, ладно. Подставил пацанов, что поделаешь. Орех все еще с травмой. Шакуров еще забил. Вот это разгром уже. Мой первый гол, и ты его закрыл. Что закрыл? В смысле, за то, что заменил? Я заменил, потому что, по-моему, ты желтый карточек кто-то был там из вас. И поэтому я не стал рисковать. В любом случае, гол, да, гол есть. А, Роман Шевченко забил. Кирилл Сакуров. А, Кирилл Хасанович. Эдо Кочинян, да, забил. Александр, ты в голевую отдал. Но в любом случае, статистика у вас уже, да, есть. Лимонов резерв, да. Так, ну что? Получение бонуса. Я уже в курсе, что он сейчас, он просто ему, да. Он контракт свой отрабатывает новый. 8-е место. По статистике, смотри, я на какой момент пришел? Вот, я пришел вот-вот, на 18-м туре.
Смотри, как я пришел, поднял команду. Это лучший вообще результат в этом сезоне. А, значит, надо еще посмотреть. А, в случае, если мы сейчас начнем все сливать, на какое место мы упадем? Минус 9, это получается 28. Ну, короче, мы ниже 12 уже не упадем. Я не видел, как его забил, когда ты его закрыл. А, возможно, да. Это за это извиняюсь. Так, кого надо посмотреть? Марата Бананова всех? Марат Бананов. Вон, Марат Бананов, я вижу. Центральный подающий Рубин. Как у тебя там карьера? Два матча за Рубин. Который сейчас где у нас? На 10-м месте премьерки. Сам Нижний Новгород чем занимается? 13-й. Походу, они меня скоро обратно... Он, кстати, прикинь, меня уволили на каком? Не помню. На 19-м? Нет, не на 19-м, на 20 каком-то. То есть эту команду уже точно ничего не спасет. Банан поднялся. Так он просто в аренде был. Он на самом деле не поднялся. У него карьера пошла под откос. Так, надо еще Ивана найти. У нас он хорошо играл тогда. Так, Иван Белый, Динамо Москва, атакующий пол... Блин, не туда нажал. Сейчас так найду. Сейчас посмотрим. 21 год, оценен 625 тысяч. А, по карьере что? Один матч всего лишь. А в Динамо, в Нижнем, смотри, сыграл 36 матчей, 17 голов, 10 голевых. Игрок матча, вообще топовый игрок был. Вот. В основном подаю голевые. Ну, это нормально, нормально. Так, и надо кого еще Путина старый ник, который динамовский, посмотреть. Так, стенд-менеджера это мой. Вот он, в шиннике, который. 23 года. В молодежке, кстати, один матч сыграл, один гол забил. В шиннике он сыграл 19 матчей, забил 4 гола. Но, кстати, в Нижнем он играл лучше. Он до сих пор, смотри, по арендам. Ну, все, в итоге вообще бесплатно ушел. А, нет, меня не это интересовало, меня интересовал, сколько цена, 250 тысяч. Нормально, ну да, 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 согласен, согласен. Ну что, я думаю, да, на сегодня надо будет заканчивать. Вот, завтра стрим уже, наверное, по хойке или что-то такому проведем. Вот, всем хочу сказать большое спасибо, кто был на трансляции. Владимир Путин, Банан Лимонный Король, Ассет, Александр, кто еще был, как... Чего я забыл, но я тебя помню. У меня сегодня забил гол. А, Едо777. Вот, вот. Все, кто смотрели, да, все, кто комментировал, подсказывал, ставили лайки. Марат никто, да, Марат никто, согласен. Марат такой, Марат. Вот, на это закончить. Хочу спасибо сказать, что были на трансляции. Вот. Едо, да-да-да, я все вспомнил. Марат ноунейм. Даже если другой клуб перейдешь, то ты вернешь меня. Да, наверное. Да, наверное. Но я так потихонечку потом соберу свою команду. Когда у меня, может быть, доберусь до топ-клуба, все будет хорошо. Вот. Давайте на этом с вами прощаемся. Всем спасибо, кто был на трансляции. А, Лимона забыли. Лимон, ну, он пока что не тянет. Пока что, да. Возможно, он заиграет. Вот. Все, давайте на этом прощаемся. Всем спасибо, всем пока. Увидимся завтра на трансляции. Да, всем спокойной ночи. Пока.